тобой была честь открывать офигеннейший турнир «Дух воина», организованный молодежной маркой White Reds. Давайте вместе похлопаем. White Reds! Похлопаем организаторам данного мероприятия, потому что действительно сколько вложено нервов, сил ребятами. Они занимаются реально великим делом возрождения духа воина молодежи! Ну, мы коротенько исполним для вас нашу песенку, которая так и называется «Дух воина». Как вот говорить под это, как ты думаешь? Зависает. Ну,
бойцы из Германии, ваши аплодисменты, Украины, Белоруссии, Италии, Венгрии и, конечно же, России! Уважаемые друзья, хочу вам напомнить, что сама идея турнира White Race была воспитанием молодых ребят, которым давалась возможность выйти в восьмиугольник или в ринг, иногда совершенно без подготовки, просто испытать себя и понять, как тебе нужно жить дальше. И нужно констатировать, что мы имеем первые результаты. Сегодня в файткарде из 13 боев будут представлены четверо бойцов, которые воспитаны именно в сетке турнира White Race. Давайте им поаплодируем. Также хочется отметить, что в принципе я уже не первый раз на турнире White Race в качестве гостя и ведущего, но сегодня я первый раз привел с собой своих братьев из Hells Angels Russia, а также Сабот 81. И хочу вам сказать, что мы занимаемся боевым спортом, мы качаемся, мы считаем, что молодежь необходимо воспитывать мужчин в боевых традициях. По итогу у нас гораздо больше общего, чем того, чтобы нас разъединяло. Поэтому мы вместе! Друзья, разрешите вам представить судейскую коллегию сегодняшнего турнира. Главный судья Демидов Игорь Анатольевич, заместитель председателя Всероссийской коллегии судей. Рефери в восьмиугольнике Корнеев Виктор, город Санкт-Петербург. Арбитр Ворожцов Игорь, город Кемерово. Арбитр Морозов Сергей, город Нижний Новгород. Секундометрист Немов Антон, город Москва. И мой ассистент Никита Каин. Поаплодируем ему, человек, который будет меня сегодня поддерживать своим голосом и прятать свое лицо. Стесняется. Ну что ж, друзья, вроде никого не забыл. Поехали! Турнир White Race, Дух Воина. Считаем открытым. Ваши аплодисменты. А мне разрешите пригласить восьмиугольник в первую пару бойцов. Восьмиугольник приглашается. Иван Гладкий. Ну что ж, здравствуйте, 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 дорогие друзья, телеканал «Боец» рад приветствовать всех любителей смешанных единоборств. Дух воина, дух победителя. Да, и сегодня все это здесь для вас, уважаемые друзья. Вместе с вами за ходом событий, за ходом турнира «Возрождение нации» будем наблюдать мы, ваши комментаторы, Роман Мазуров. И я с большим удовольствием представляю вашему вниманию своего сегодняшнего собеседника. Это тренер проекта реалити-шоу «М1» файтер Алексей Кочев. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, грандиознейшее поистине событие нас сегодня с вами ожидает. Первые спортсмены уже появляются в клетке, в ринге. И первым, как мы видели, вышел Иван Гладкий. Вот, Леш, скажи, пожалуйста, в Белоруссии очень сильна школа кикбоксинга и школа тайского бокса. А вот бойцы смешанного стиля как-то пока из Белоруссии о себе заявляют не очень громко. Ну, Андрей Орловский не все. Все-таки он... Ну, я понял. Я понял смысл вопроса. Ну, наверное, все страны подтягиваются, которые заинтересованы все-таки в развитии этого вида спорта. И я думаю, белорусы, они где-то должны сейчас наступать уже на пятки. Я думаю, есть у них ребята. Может быть, это связано с каким-то неразвитием пока еще таким спорта или популярностью. Тем не менее, сейчас ММА завоевывает популярность во всем мире. И я думаю, Белоруссия скоро будет в первых рядах у нас конкурировать. Ну, просто да, согласись, что в Белоруссии великолепные ударники, прекрасные. Как я уже говорил, тайский бокс, кикбокс, боксеры есть отличные в Белоруссии. А вот как-то бойцов смешанного стиля мы пока вот таких прям ярких звезд мы пока не наблюдаем. Может быть, сегодня состоится рождение вот такой вот звездочки, которая затем будет представлять свою страну, свою республику на международной арене. С удовольствием хотелось бы действительно наблюдать это и увидеть, и быть свидетелем, как говорится, рождения какой-то звезды из Белоруссии, да? А на самом деле это подтверждает только то, что все-таки ММА это уже действительно отдельный вид спорта, да, который уже сложившийся, в котором не пройдешь одной ударной техникой или одной бросовской техникой. И вот, надо быть настоящим универсалом. Да, так? Да.
И, может быть, сегодня сложится этот универсал действительно на этом турнире. Будем в это верить, будем на это надеяться. Итак, первый бой нашего сегодняшнего бойцовского вечера. Иван Гладкий из Белоруссии против Марка Булахтина, который представляет Россию, спортивный клуб «Перун». Честно говоря, пока не знаю, какой регламент боев будет, но, наверное, самый что ни на есть серьезный, 3 по 5. Может быть, но, скорее всего, наверное, в первых, может быть, сделают поменьше ребятам. Не слышал их титулов, на самом деле, их подготовки, вот откуда ребята выходцы все-таки. Итак, рефери Корнеев, очень опытный судья, работает на многих международных турнирах. И, конечно же, в его квалификации ни в коем случае сомневаться не приходится. Он-то сейчас бойцам и расскажет, что можно делать, а что нельзя. Но я думаю, что они и так прекрасно все это знают. Формула боя. Два раунда по 5 раундов. Да, все-таки, наверное, логично это для первых поединков. Потому что неимоверной функциональной подготовки требует уже 3 по 5, конечно. Это... Да, я думаю, даже 2 по 5-то непросто. Да. Итак, сегодня мы с вами увидим как и опытных спортсменов, так и спортсменов, которые только-только начинают свой путь. У нас также сегодня состоится женский бой. Да-да-да, мы не можем об этом не сказать. Тем более, что будет сражаться прекрасно известная нам спортсменка Анастасия Янькова, которая дебютирует в боях смешанного стиля. Но об этом несколько позже, потому что у нас с вами первый раунд стартовал. Ну и стартовал очень, так скажем, интенсивно, да? Как раз Иван Гладкий поджимает к сетке своего оппонента. Сразу же перевод в партер. Сейчас боковой контроль мы видим. И тут же попытка перейти в маунт неудачно. Да нет, мне кажется, просто коленочкой там контролируют, наверное, скорее всего. Иван Гладкий. И вот здесь сразу же идет попытка выйти на гильотину. Посмотрим. Есть возможность, если хорошенько сейчас подберется. Но нет, все-таки расцепляется захват. Вот, Алексей, как ты считаешь, хорошо ли, что убрали из боевосмешанного стиля так называемые сукер-кики, удары ногой в голову по лежачему сопернику? Ну, я не знаю, я как представитель все-таки армейского рукопашного боя, в котором остался как раз этот удар. И все время мы какие-то виды спорта пытаемся переложить, да, может быть, на какую-то повседневную жизнь или как самозащита, да. Они имеют место быть и, в принципе, не знаю, как травматизм, конечно, можно, пропустив такой удар, вообще перестать заниматься спортом. Можно вообще, да, перестать. Да. Поэтому, наверное, здесь логично. Там есть защитная экипировка, здесь ее нет. Ну, сейчас мы видим, очень хорошо залез в маунт. И есть возможность для того, чтобы выполнить добивание, но... Пока довольно неплохо. Довольно неплохая защита. Но в любом случае положение очень-очень серьезное. И вот преимущество клетки над рингом, да, согласись. Никуда нельзя. И попытка выполнить болевой прием. Свою мысль продолжу несколько позже. По-моему, постучал, нет? Ну вот тут. Вот, да, все, сдача следует. Отличное начало. Начало положено. Виктор Корнеев был рядом, он тут же все зафиксировал. Конечно же, вот здесь необходимо сразу останавливать бой для того, чтобы спортсмен не получил травму. Ну и видно, как, конечно, Иван ждал, когда своего оппонента. Соперник. Поэтому не было здесь. Мог бы он пораньше отломать. Но здесь по-джентльменски так все поступил. Иван Гладкий, великолепная победа. Ну как ты думаешь, может он претендовать на звание такой звездочки восходящей боев смешанного стиля? Восходящий, да. Может. Но согласись, он действовал очень грамотно, очень здорово переводил своего соперника в партер. Хорошо залезал в маунт, один раз не получилось, во второй попытке удача ему сопутствовала. И в итоге здорово вышел на рычаг локтя. По-моему, все было сделано однозначно хорошо. Однозначно, по поединку, судя, здесь он действовал гораздо увереннее, поджимал, где-то даже встал, дал подняться, да, я помню своему. То есть видно было, что он доминировал, контролировал и, в принципе, спокойно отвел бой. Поэтому хотелось бы посмотреть его с более, так скажем, подготовленным соперником. И, может быть, мы скоро это увидим в будущем турнире. Да, хочется в это верить. Вот еще раз мы видим, как здорово вышел Роберт на этот Воробьев. Самый болевой прием. Вот, видим, прекрасно. Пожалел как раз, вот я хотел сказать. Можно было бы дернуть, да, сильно, но здесь по-джентльменски. И травмировать, вот, да, соответственно. Да, да, да. Но это, наверное, и профессионализм уже, согласись. Согласен.
что здесь все профессионалы, да, все понимают, что бойцы зарабатывают этим деньги, потому что они выступают на профессиональном ринге. И, конечно же, мы желаем всем здоровья исключительно, но вид спорта жесткий. Есть другая сторона здесь этого момента, мог бы дать позволить вывернуться, да, когда человек чувствует, что он может вывернуться, это дает ему шанс. Ну, здесь видно, что Иван все контролировал, конечно. И его противник Олег Оленичев. Сейчас у нас будет украино-российское противостояние Роберта Воробьева. Мы увидели, он сейчас уже вышел в клетку. И Олег Оленичев из России, представляющий мобилизацию. Ну, судя по одеянию, грэпплер или борец джиу-джитсу? Ну, скорее борец джиу-джитсу, да, мы знаем. Ну, и грэпплинг сейчас все-таки это вид спорта, который есть, подразумевает. Но там нет курток. Ги и ноги. Нет, у них есть ноги, это без курток, и ги это в куртках, как бы борьба. Да, но здесь у нас куртки запрещены, у нас здесь только шорты. Сразу вспоминаются те бои, вот первые, которые были в восьмиугольнике, и там действительно выходили кто-то и поддушивали даже своим кимоном. Хоис Грейси. Да, да, да. Яркий тому пример. Тем самым, пользуясь своим же кимоном, душили и выполняли какие-то приемы. Да, ну, конечно, залезая немножечко, обращаясь к истории, и настоящий фурор тогда произвел Хоис Грейси, да, вроде такой щуплый, маленький, на тот момент еще никому не известный, но при всем при этом он выходил и творил просто настоящие чудеса. Ну, конечно, за всех времен шагнуло далеко вперед. Вот, смешанные. Ну, естественно, потому что когда пришли туда борцы, то, соответственно, все представители отдельных видов спорта, отдельных видов единоборства, они начали грустить очень сильно. А потом уже, когда бои стали более универсальные, то, в общем-то, все понятно. В партере коленом и ногой работаем, только по корпусу. Сетку, перчатки, шорта не хватает. Слушай, меня. Леш, я прослушал, локти разрешены? Нет, по-моему, да? Не готов. Не готов сказать. Но если да, то хорошо. Мы за максимальный реализм ситуации. Так что, если локти были разрешены, в голову я имею в виду. Так-то туловище они, наверное, разрешены в партере, скорее всего, да? Итак, Роберт Воробьев, Украина, Олег Оленичев, Россия. Сразу же бой переходит в клинч. Без разведки начинается этот поединок. Удар в туловище, тут же ответ коленом. И попытка выйти на гильотину очень неплохая, очень неплохая. Ой, как здорово! Вот это отличная контратака. Да, хороший выполненный переворот. Ну, видно, борцовская школа, да, есть. Да, просто не дал подломить шейку, действительно. Не просто так. Очень красивый эпизод, но посмотрим, как будут события развиваться. Задушить вот рано, он, если честно, перелазит, наверное, в положение сверху. Можно было попробовать освободить шейку, выйти наоборот в сторону головы сюда. Ну, вроде захват не очень плотный, поэтому решил выполнить что-то такое. Нет, однозначно удушающего там не будет сейчас. Ну, вот, как бы более комфортную позицию, наверное, да, надо. Ну и вырвется, подождать. Скорее всего, вырывается, да. Оказывается в маунте. Есть возможность для нанесения ударов, переворачивается Воробьев. Требует ухода через мост, но я думаю, это самое правильное решение здесь. Но получится ли, потому что сейчас будут идти удары тогда. А вот здесь, ну, интересно. Побить, правильно, совершенно верно. Побить, а вот спиночку-то отдал сейчас, отдал спину. Тяжелая ситуация. Хорошо, хорошо просовывает руку под шею и переворачивает. Можно растягивать, можно душить. Ну что ж, видно, контролирует и хорошо взял. Да, все, все. Это значит. Вот здесь стопроцентно бой был выигран в борьбе, да? Ну да, причем уверенно чувствовал себя, опять же, Роберт. Видно, что в борьбе он мог бы быть. Даже где-то мог бы по акцентированию подобивать. Видно, был настрой на борьбу и четко осмысленно. Да, только Олег Оленичев, поправлю тебя немножко. А. Да, просто Олег Оленичев пошел в другой угол. Все.
Ну, в общем, кимоно оправдало себя, да, согласись. Прекрасная, прекрасная работа в партере, великолепная борьба. Вот нам сейчас показывают радостного Олега Оленичева, который действительно все сделал очень здорово, очень хорошо, с чем мы его и поздравляем. Еще раз видим то, как выигрывал этот поединок россиянин. И вот это отличная контратака. Потом очень уверенно освободил шею. Неплотно был захват у Роберта Воробьева. Освободил шею, сел в маунт. Затем отдал спину Роберту Воробьеву. Ну и там уже такому опытному борцу, как Олег Оленичев, не составляло никакого труда выполнить внушающий прием и заставить соперника сдаться. Ну что ж, а мы находимся в ожидании следующего поединка и находимся в ожидании того, как нам Сергей Бадюк расскажет, кто же появится. Ну мы-то знаем на самом деле, но мы уж не будем хлеб-то отбирать, да? Правда? Это не мой прокол. Смена. Четвертый бой сразу будет объявлен. Я приглашаю в этот восьмиугольник следующую пару бойцов. Константин Образ Харитонов! Константин Харитонов приглашается в клетку. Его прозвище мне очень знакомо, и мне сдается, что я видел этого бойца. По-моему, это он. Сейчас я посмотрю на него, и я скажу, точно он или не он. На турнире хип-шоу. Знаешь, что за такое? Да, его уважаемый. Хип-шоу? Да, хип-шоу. Конечно. Бои 2 на 2, 3 на 3. Вот. Насколько я помню, Константин близко Харитонов по прозвищу, организует по прозвищу Образ вот и бился в рамках этого турнира и делал это очень и очень здорово. Москва! Ваши аплодисменты! Пока что у нас поединки проходят так весьма скоротечно, да, как мы видим. В основном досрочное завершение боев. Ну что ж, тем лучше, тем зрелищнее получаются схватки. Хочется все-таки увидеть такой бескомпромиссный поединок, да, чтобы ребята порубились, чтобы бой прошел до конца. Надеемся, сегодня будет у нас такой поединок. И который не уступит, ни в коем случае не уступит по своему накалу недавнему бою Джона Джонса и Александра Густавсона, да? Хотелось бы, хотелось бы. И его противник Егор Голубцов! Егор Голубцов, прекрасно известный тебе спортсмен, вот ты про него и рассказываешь. Да, как раз я видел, что Егор Голубцов до этого выводил от Олега, как раз предыдущий, который победил в бою. И не думал, что так скоротечно он будет выходить следом. Ну, я могу сказать, конечно, с этим человеком мне пришлось поработать на программе M1 Fighter на проекте. И что хочу сказать, очень положительный парень, как боец, как... Не знаю, как человек просто. Поэтому буду с нетерпением просто наблюдать, очень хотелось бы. Сильные стороны, какие у него? Вот сильные стороны, на самом деле, я хотел бы выделить этого парня, что он очень прибавляет именно к соревновательным вот боям, к выступлениям. Может быть, он на тренировке не так выделяется. Но насколько Егор, выходя на ринг, он собирается. Вот есть такие люди, которые выигрывают, допустим, всех на тренировке. Да, чемпион вот, на тренировке, да, так называемый. Но выходя на ринг, они как бы это... И вот здесь, Егор, может быть, его нельзя выделить, да, на тренировке в каких-то там моментах. Но вот выходя, вот два боя я наблюдал с ним, да, на проекте. И действительно, насколько этот человек собирается, насколько он хочет победить. И вот, наверное, его главная положительная черта в том, что он
его великолепный настрой, хорошая психология. Посмотрим, вот сейчас мне хотелось бы подтвердить свои, как бы, так скажем, психологические, да, разбираюсь ли я в бойцах, как поведет себя сейчас. Вот это сейчас было безапелляционно, Алексей, да. Просто да. Безапелляционно. Да. Да. Хотелось бы. Да, вот, да. Не ошибся ли я? Или, может быть, на проекте так. Именно так, но у нас... Сейчас мы это увидим по бою. Парни, слушай внимательно. Работаем 2 раунда по 5 минут. Головы можно бить в корпус. Локти можно бить в корпус. В партере, коленом и ногой работаем только в корпус. По затылку, позвоночнику не бьем. Шорты, перчатки, сетку не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Разошлись по углам. Да, сеточку-то надо закрыть, конечно, а то вдруг кто-то убежит. Так что надо на замочек запереть обязательно. Ну что сейчас происходит? Константин Харитонов против Егора Голубцова. Пока что все бои у нас завершались досрочно. Как-то оно будет сейчас, посмотрим. Егор Голубцов сразу же подавливает. Ох, как махнул-то справа здесь. Константин Харитонов тут же вминает соперника в забор. Только я хотел сказать, что как раз занял такую позицию Егор Голубцов. И вот он уже у сетки. Надо разворачиваться. Да, я все меняется стремительно. Просто да, немножко я не могу сейчас скрыть своих эмоций. Я все-таки внутри где-то, наверное, болею за Егора, потому что вот какое-то хорошо. Время мы с ним провели на коврах. И, наверное, мое все-таки будет немножко... Ну ладно, сейчас это простительно, да, потому да. Что все-таки твой ученик, да, поэтому... Не мой ученик, ну, в какой-то говорю, степени. Да, в какой-то степени, да. Сейчас хорошо, кстати, по туловищу Голубцов пробивал, тут же на голову перевел. Подавливает, вообще хороша вот эта доминирующая позиция, все-таки поджимать соперника. Очень явно идет Харитонов в ноги, согласись. Так, да, из подготовки да, очень да, заметно, да, и можно на этом сыграть таким образом. Егору. И кроме того, сейчас Константин пропускает несколько ударов и продолжает это делать. Ой, как ловит удары Константин Харитонов. Удар за ударом проходит у Егора Голубцова. Левый сбоку. Отступает, откровенно отступает. Подойдите, пожалуйста. Дверь открой, пожалуйста. Вот это было стремительно, Алексей. Я просто что ж, вот даже он, не да, знаю, вот. Что тут мне сказать-то. Вот он, Егор Голубцов. Я очень рад, на самом деле, внутренне, да, вот этой победе. Такой немножко в начале сумбур, да, где-то отошел к сеточке. Ну вот, я о чем я и говорил, что собирается парень очень хорошо. Очень нацеленно действовал. Собирается, и вот несколько таких ударов, действительно, дошедших до цели, хороших, с отходиками. И, кстати, очень... Время, минута, очень серьезный ущерб. Победа, и вот он потянулся, увидел, наконец, меня. Наконец, да, наконец увидел. Ура, кстати, очень серьезное рассечение, видимо, получил. Константин Харитонов, очень бойцовская у него фамилия, да, но вот пока не получилось у него в полной мере оправдать ее. Хороший удар. Бойцы, пожалуйста, подойдите сюда, ко мне. Давай, подходите. Это так будет очень хорошо, ничего страшного. Бойцы, да, сюда, ну назад. И, конечно Егор! Же, принимает поздравления Егор Голубцов отправлю, от своего секунданта. Олега Оленичева, который также одержал великолепную победу, но в совершенно другом стиле. А пока блиц-интервью от Сергея Бадюка. Разрешите? Я поздравляю. Уважаемые друзья, вы знаете, я за свою, в принципе, долгую жизнь уже работал в разных профессиях, в разных ипостасях, но сегодня я первый раз я чувствую замечательно этой девушкой, которая замечательным женским голосом говорит, я объявляю вас мужем и женой. Вы знаете, у нас сегодня происходит очень важное событие. Константин Харитонов сейчас вот здесь в прямом эфире сделает предложение своей девушке. Он очень старался, я считаю, он проявил характер и мужество. Поаплодируем ему! А у меня в кармане припасено настоящее кольцо. Всем большой привет. Спасибо, что пришли. Спасибо организаторам большое. Спасибо моему оппоненту на сегодняшний день. Егору Голубцову. Я хотел рассказать маленькую историю. 7 месяцев назад я встретил прекрасного человека, который очень сильно вклеился в мою жизнь. Прошу меня простить за выражение. Я бы хотел сюда пригласить мою любимую девочку, Семенову Анастасию.
Ну, это аплодисменты. Рокки Бальбоа отдыхает просто, нервно курит в коридоре. Такие вещи происходят на ринге. Это показывает, что спортсмены смешанных единоборств все-таки такие же люди, да? И... Ничто человеческое им не чуждо. И чуждо, да, согласен. Молодец! Молодец! Спасибо большое. Браво! Очень трогательно. Я сейчас расплачусь. Поаплодируем этим ребятам! Это правда круто! Первый раз такое вижу. Покажите, покажите плачущего Сергея Бадюка. Хочу посмотреть. Спасибо, конечно, друзья. Намного более трогающая душу. Приз заберите, не забудьте. Он будет очень памятным. Пожмите друг другу руки. Девочки, все. Будьте добры, мне нужны ассистенты восьмиугольник, которые приведут в порядок. Пожалуйста. Ну а теперь давайте посмотрим, как Егор Голубцов выиграл. Провожаем большого аплодисментами! Прекрасные удары навстречу, да. И уже после вот этого удара, мне показалось, Константин поплыл, да, начал откровенно отступать. И вот здесь, да, уже просто вынужден был остановиться. И тут же Виктор Корнеев очень грамотно остановил поединок. Очень, очень легко рад был давить. Да, ну... Вот как раз подошел к нам сам Егор Голубцов и... Поздравили мы его напрямую. Да, ну он, наверное, в большей степени сказал спасибо своему учителю и наставнику, который его так здорово подготовил. Алексей Кочев. Ну просто... Ну что сказать. А вы у нас здесь все молодцы, как в фильме «День радио», да, помнишь? А вы у нас здесь все молодцы. Нет, ну сейчас, наверное, можно сказать, конечно, спасибо его тренерам, которые работали с ним сейчас, в данный момент готовили его к этому бою. Ну и надеюсь, что все-таки только моя где-то, может быть, какая-то психология или что-то какое-то заданное. Скромняга, да. Старта все-таки, чем мы и хотели заразить вот этих бойцов. И вот я увидел его в глазах, это благодарность, когда он подошел, это дорогого стоит. Сколько девушек с табличкой «Первый раунд». Это, наверное, что всем было понятно, что раунд именно первый. Не второй, не пятый, а именно первый. Уважаемые телезрители, которые сейчас смотрят нашу трансляцию по телеканалу «Боец», прямую трансляцию, вы смотрите первый международный турнир «White Rex», который проходит в Москве. Турнир «Дух воина». И сегодня у нас 13 боев. У нас гости из многих стран мира. Это Германия, Украина, Белоруссия, Венгрия. Бои заканчиваются очень быстро, очень качественно. Так что думаю, что нас ждут еще много ярких поединков. Девчонки уже ушли. Ринг. Отставить ринг. Восьмиугольник пока не готов. Что будем делать? Звать девочек еще раз? Уважаемые телезрители, будем ждать дальнейших боев, пока мы так и не дождались поединка, который у нас продлился бы до своего завершения. И даже до второго раунда. Не волнуйся, да, поднимайтесь, поднимайтесь, пожалуйста. Давайте я вам помогу. Не надо говорить, она пугается. Уважаемые друзья, а я приглашаю в этот восьмиугольник следующую пару бойцов. Константин Тарасенко, Россия, Москва! Вес 78 килограммов. Дата рождения 30 ноября 1986 года. Дебют в ММА. Чемпион Москвы, чемпион России по штурму. Константин Тарасенко, Россия, Москва. Ну что ж, уважаемые телезрители, Константин Тарасенко, Москва. Весовая категория 78 килограмм, профессиональный дебют.
ждем представления его оппонента. И его фамилия Татарин Максим. Похоже, много соседей, да? Слышали мы, что Максим Татаринов мастер спорта по боксу, соответственно, будет он работать в боксерской манере. Я думаю, это будет нацелен на удар. Посмотрим, как поведет себя Константин Тарасин. О его любительской карьере мы пока не услышали. Что из себя представляет Константин? Слышим, поддержка такая в зале сильного Максима Татаринова. Бойцы, центр восьмиугольника. Очень грозно Сергей Бадюк произнес эту фразу. Я бы, наверное, еще подумал, прежде чем идти в центр восьмиугольника. Раз уж там оказался, я думаю, придется. Ну это же шутка, шутка. Прям. Да. Как бы грузин не был Сергей. Головой можно бить в корпус. Локтем можно бить в корпус. В партере коленом и ногой тоже можно бить в корпус. Локтем в корпус. Руками, только руками можно бить в голову. Очень, надо сказать, серьезная группа поддержки здесь собралась. Да? Я слышу, да. Вот Максим Татаринов, конечно, прям болеет за него. Много народу. Мастер спорта по боксу. Объявили Максима. О, я смотрю, здесь у нас противостояние не только в ринге, но и за его пределами. Надеюсь, что оно таковым и останется исключительно болельщицким, чисто спортивным. Обменялись лоу-киками спортсмены. Немного нервничают спортсмены, да, многовато сумбура на первых порах. Неплохая двоечка, чуть-чуть мимо цели, И вот такой обмен предлагают нам спортсмены, пропускают удары один на другой. Но, по-моему, Константину Тарасенко больше все-таки прилетает, и он очень вовремя пошел в ноги, очень вовремя. Только я хотел сказать, как себя поведет Константин Тарасенко. Все-таки было объявлено, что Максим Татаринов мастер спорта по боксу. Зачем с ним рубиться? Да, да, непонятное начало вот было. То ли он хотел испытать свое мастерство. Испытал. Даже если это не так, то я думаю, все равно стоило бы, конечно, побороться. Зачем с боксером? Боксировать, да? Когда можно бороться. Хорошая ситуация для Максима Татаринова. Есть возможность для нанесения ударов, что он, в общем-то, и делает. Вырывается Константин Тарасенко. Хороший удар по туловищу наносит Максим Татаринов. Болельщики просто неистовствуют. Вы это можете сами слышать сейчас.
Очень активное начало. Интересно, насколько хорошо готовы функционально спортсмены. Великолепно выходит маунт Максим Татаринов. И есть возможность для добивания. Пока что достаточно неплохо защищается Тарасенко. Но если будет пассивная защита, конечно же, Виктор Корнеев бой остановит тут же. Пропускает удар. Еще один удар пропускает Тарасенко. Очень непросто ему приходится. Но пока мы видим, что он сохраняет способность защищаться. Не очень грамотно защищается. Конечно, надо помастить, позбрасывать, попробовать все-таки. А куда мастить, Леш, там сетка? Хотя бы на сетку, чтобы выводить, как бы. Вот сейчас очень спокойно сидит, как говорится, Максим и бьет. Ну да, совершенно добивает. Никаких защитных действий да, нету. И сложно. Если ему не создавать каких-то ситуаций, да, дополнительных, и не сбрасывать, он будет потихонечку добиваться до своей цели. Ну да, очень скоро Виктор Корнеев может бой остановить, да. Он находится даже рядом. Даже не сильные удары, они все равно наносят свой урон, конечно, и доходят до цели. А мы видим, как они доходят. Убери его руку, Макс! Убери одну руку, Макс! Убери руку! Бить надо! А между тем, биться-то еще очень много. Полраунда только прошло. Тяжелейшая ситуация для Константина Тарасенко. Бить надо! Сильно бить, Макс! Сильно, Максик! Сильно бить! Требует сильных ударов от Максима Татаринова, но... Видимо, он тоже уже поднаелся немного. Ну, тяжело добивать, конечно. Попробовать можно было здесь подзабрать одну ручку сюда-то в сторону, тем самым открыть себе. Но владеет ли боксер Татаринов этой техникой? Все-таки логично, наверное, что если... Ну, давай дадим должное Константину, который держался до последнего и не сдавался. На самом деле, очень много ударов принял. Но, скорее всего, на лоб где-то, да, большую часть, поэтому, наверное, рефери не останавливал. Да, мы видим, что не сильно потрясен, но вот опухоли, гематомы. Хорошо, что рассечения нет у Тарасенко, но в любом случае, конечно... Максим Татаринов одерживает победу досрочную, очередную досрочную победу в нашем сегодняшнем вечере. Расстроен, понятное дело, Константин Тарасенко. Не на такой исход боя он, естественно, рассчитывал. Но это спорт, это жизнь, друзья. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. И ничего не смог сделать. Ничего не смог сделать совершенно Константин Тарасенко, когда оказался в маунте Максим Татаринов. Совсем. Борьбу надо момент, подтягивать. Да, в какой-то момент, когда я держал, конечно, Максим Татаринов Константина, я думал, что он отдышится после вот этого, да, после ударов и опущенных стойки, и все-таки найдет себя в борьбе. Но... Этого я не увидел, и действительно, грамотно закончил бой Максим Татаринов. Спасибо большое, продолжаем. Ну, девочки, понятное дело, аплодисментами провожаем и встречаем тоже, как же без них, родимых. Но пока что мы видим, как выиграл этот бой Максим Татаринов. Пропускал удары Константин Тарасенко, но, конечно, решил биться на руках с боксером. Не очень правильное решение. Вполне закономерный, точнее, попытка закономерная перевести бой в партер, но здесь мы видим, не сдюжил. И видно было, да, что... Причем даже ногами не попытался закинуть, как-то сбросить. Ничего такого мы не видели, просто лежал и получал удары. Ну, теперь зато все становится на свои места. Почему Константин Тарасенко начал биться на руках? Да, наверное, все-таки он тоже рассчитывал на победу все-таки в ударной технике. Здесь
хоккей играет он, интересно? С чем вопрос такой связан? Ну как, ну видишь же, правильно? Понял. И оппонировать Максиму Котлярову будет Родион Батулин. Латвийский боец, который представляет клуб White Rex. Три ничьих. Не часто такое встретишь. Весовой категории до 90 килограмм. Особенно. Итак, все готово к началу боя. Максим Котляров против Родиона Батулина. Крепкие и мощные парни. Ну, видно, здесь послаженнее, конечно, выглядит Родион Батулин. Ну, как в мышечной массе, так сказать. Ну да, поатлетичнее смотрится. Поатлетичнее, да. Посмотрим, как будет развиваться поединок. Также слышим, что есть болельщики в зале как у Максима, так и у Родиона. Ох, вот это да, вот это, по-моему, от самой Риги там удар был. Был заряжен на этот удар, и, как бы, да, наверное, хотел именно закончить. Пока что подавливает Максим Котляров, но это преимущество исключительно такое, территориальное, номинальное. Ну вот если бы еще после этого поддавливания были бы какие-то действия, вот сейчас на выходе. Пропускает лоу. Да, вот хотелось бы как раз увидеть здесь от Максима как бы встречных таких. Вот он поджал соперника, вот здесь, да, вот здесь должно быть какие-то действия. Вот, и хороший лоу в ответ. Мы потихоньку дожидаемся этих действий. Отжимает соперника к сетке Максим Котляров. Вот это за остров. Хорошо. Да. Хорошо, походу, да, так вставил ножку и подхватик такой пошел. Видим, что в подготовке довольно спокойно себя чувствует в борьбе Максим Котляров. Но вот соперник, судя по тому, что было сказано, является исключительно универсальным бойцом смешанного стиля, является чемпионом Латвии. Прижат сейчас Максим Котляров к забору. Но здесь уже, по-моему, в духе Брока Леснера действует Родион Батулин. Но это ему не помогает, потому что... И вот на себе, опять же, на себе, да, получилось. Оказывается, сверху Максим Котляров садится в фулл-маунт и начинается добивание. Но здесь мы видим получше защищается Родион Батулин, в отличие от того же Константина Тарасенко. Ну да, вяжет ручки где-то вот здесь на начальном движении пытается поймать. Как раз, но все равно удары доходят, потихонечку удары доходят до цели, пока не такой мощи. И посмотри, как вытягивает руки. Ну, милое дело забрать просто на болевой прием. Ну, здесь вот некоторые бойцы, как бы, чтобы не потерять позицию, не рискуют, конечно, садиться на болевой. Когда видно явно, да, кажется, вот, что почему бы не сесть, да, рука прямая. Вот здесь хорошо, он прикрывает одну ручку. Сейчас да. Бы вот еще забрал бы так вторую сторону, есть такое положение. И попытался. Нет? Попытка вывернуться, переворачивается. Ну, вот здесь тоже Родион надо было, Батулин. Конечно, садиться на болевой. Ой-ой, как спину-то отдает сейчас Родион Батулин. Ничто не предвещало беды, но сейчас может проиграть удушающим приемом, если все правильно и грамотно сделает Максим Котляров. Не позволяет себя растянуть пока что Родион Батулин. А нет, есть, позволяет, есть, да, есть, все, есть. Достаточно. Вот ответ вам на атлетичность
немножко, да, так скажем, что не все решает. Атлетизм. Большие мышцы, да. Ну, опять же, Брок Леснер наглядное тому подтверждение, правда же? Да, согласен. Все-таки техническая подготовка здесь достаточно спокойно, на самом деле, по бою вел себя Максим Котляров. Еще раз давайте посмотрим за тем, как выигрывал этот бой Максим Котляров. Вот он в такую стойку встал, Лешка, я подумал, что он боксер. Такой на задней ножке, там держал соперника на передней ручке. Вот. Не, ну в принципе ничего сверхъестественного такого там он не сделал. Максим достаточно хорошо подвернулся, так скажем, по ходу. Есть такое движение, да, когда он пошел, как раз Родион на него в ножки. И классический, на самом деле, подхват, повернулся, махнул ножкой и перевернул. А вот потом уже, когда борьба была в клинче, конечно, там Максим дождался, так скажем, пока Родион устанет и где-то ляжет даже, так скажем, под него. Он никаких технических действий не проводил, а сделал здесь. Просто измотал, да? Да, да, он дождался просто своего момента, занял. Тактически очень грамотно, на самом деле, поступил. Поэтому лишних движений было не видно, в этом моменте он выделил. Мрачковский против Федора Скилова. Но, видимо, какие-то замены произошли, потому что у нас в файт-карте этих бойцов нет. Вот. Но в любом случае вы услышали, что для Павла Мрачковского это дебют. У Федора Скилова один бой и одна победа на профессиональном ринге. Так что примерно бойцы одного уровня. И... Вот опять же я помню вот, очень знакомое вот это прозвище Скилл. По-моему, он тоже бился на турнире Хип-шоу, вот насколько я помню. Но не буду вас обманывать, уважаемые друзья, проверю свою информацию сейчас. Ну да, я как раз вижу, что выводит его вот Евгений с команды Industrials, которая как раз выступает там в Хип-шоу. То есть, и тоже довелось мне поработать недалек с, я от истины, с этими ребятами. Формула, да, боя, поэтому... 2 раунда по 5 минут. Все, тренировались мы в общем в зале. Первый раунд!
Ну что ж, КМС по самбо, и там я слышал, по-моему, победитель турнира по армейскому рукопашному бою, кстати. Кубок Спартака, правда, не знаю об этом турнире. Сразу же бой переходит на землю. Стремительное развитие событий, боковой контроль, который потом переходит в крафтгард. Серия ударов по туловищу, как с одной, так и с другой стороны. И, эх, не получилось, а было бы красиво. Я вижу примерно такое равенство в борьбе. Посмотрим, как раз может быть это тот поединок, которого мы ждали. Который продлится все отведенное время. Который продлится, да, все время отведенное на него. Попытка забросить ноги на треугольник. Ну, такой треугольник своеобразный весьма. Ну, не дают. Там и болевой параллельно идет, по-моему, мне кажется. Вот. Души, души, Петя, закрой! Вот может закрыть треугольник. Да, и он это делает. Давайте души, посмотрим, души, если вышли. Есть. Все, сдача. Есть, да. Здорово. Вот это было классно. Был момент, конечно, сбросить этот треугольничек, был там на грани попробовать. Но, видно, от недостатка опыта немножко так получилось. Удушающим приемом победу одержал Федор Скилла. Это вторая победа Федора Скиллова по прозвищу Скилл. Но вот, видимо, здесь сказались борцовские навыки. Даже не видимо, а так точно сказались борцовские навыки. Два раза он был внизу, мы видели по ходу боя, и тем не менее эту ситуацию использовал. Сергей Бадюк вручает заслуженные призы и подарки. Фото на память с прекрасными дамами. Еще раз смотрим. Отличный удар коленом от Федора Скиллова. Ну и в итоге завершающая Данила, стадия поединка. Тихо! Яковина! Федор Скиллов великолепную победу треугольником одерживает. Находимся в ожидании следующих боев. Пока что регламент. Вот мы сейчас подслушали разговор судейской коллегии Виктора Корнеева с хронометристом. Дата рождения 4 июля 1982 года. 82 года. Возрастной, не возрастной, а опытный парень. Данила Психо-Яковина. Давина Психо-Яковина. Данила, простите. Это многообещающе. Представитель Италии. Вот, кстати, касательно итальянцев. Леша, вот ты все-таки больше следишь за боями смешанного стиля в 500 миллиардов раз, чем я. Расскажи про итальянских бойцов, что-то я вот не припомню, если честно. Я теперь знаю итальянского бойца Данила Яковина. Психо-Яковина. Да, Психо-Яковина. Отмечу. Поэтому сейчас. Потому что... И, наверное, сегодня мы как раз по нему будем определять уровень итальянских бойцов. Ну, я думаю, по нему-то уж совсем не будем. Вот, да, есть хорошие итальянцы, ну, был, по крайней мере, один хороший итальянец, боксер-любитель, который в тяжах выступал долгое время, там кучу всяких медалей выиграл. И выступает сейчас Джорджо Петросян за Италию, но он выступает за Италию, правильно? Мы все знаем, откуда он. Так что только футбол и волейбол. А, ну баскетбол еще, да.
Так что итальянцы – командные игроки. Вот посмотрим сейчас, как они будут сражаться один на один. Ну и, кстати, как показал недавний чемпионат Европы по волейболу, не такие уж они и хорошие командные игроки, я вам скажу. Владимир Никитин будет оппонировать с Данилой Яковина, психа Яковина, подчеркиваю. Но сейчас вот такой действительно интернациональный поединок, такой международный. Ну что ж, 11 лет разницы. Посмотрим. Кто победит? Да. Мастерство и опыт или молодость и задор? Алексей, ты уже явил дар провидца, поэтому поделись прогнозами. Нет, ну, тут не дар провидца, конечно, был. Тут был дар провидца над человеком, с которым я работал. Здесь это гораздо другая ситуация, поэтому воздержусь пока. Давайте хотя бы дождемся начала поединка. Уже прям не терпится, да? Да. Я согласен. Чтобы можно было что-то сказать, сделать какие-то комментарии. Формула боя. 2 раунда по 5 минут. 2 по 5 пока что. Еще раз нам напоминают. Первый раунд. Неспешное начало поединка. Бойцы не форсируют события. Повыше итальянец. Подлиннее рычаги. Пока что поддавливает Никитин, но так понапрасну не рискует. Ох, какой забег в ноги получился. И итальянец пропускает его. Тут же перевод в партер. Позиция гард. Закрывает ноги итальянец. Видимо, примерно представляет, что ему делать в этом положении. Ну, в принципе, мы видим, что не суетится. Но итальянец как раз... Да, спокойненько прижимает соперника к себе. Ни дала, ни одного удара еще я не видел, чтобы дошло до цели. И смотри, полез на Кимуру, по-моему, да? Так, ну, он потихонечку подтягивает ножки, так скажем. Но вот, хотелось бы тут немножко выждать, да, и подождать, чтобы отследовать за этим. Все-таки ждет, он ждет. Да, и абсолютно без паники защищается, прижимает соперника вот к себе. Не видел, одного, и даже еще, в принципе, атакует. Промазал сейчас сетки, Владимир конечно, Никитин, жаль. Конечно, ситуация уже попаснее для итальянца, да, когда... А некуда уходить. Да, когда человек поджат к сетке, это уже тревожно. Ну, посмотрим, посмотрим сейчас. Сейчас хороший такой короткий, мощный удар наносит Владимир Никитин. Защиту, по-моему, в защиту тоже прошел. Вот еще один такой же. Работает по туловищу правильно и переводит на голову своей комбинации Владимир Никитин. Здорово прижимает соперника к себе Яковина. Очень грамотные действия на спине, грамотные действия в партере. Пока, наверное, самые грамотные за весь вечер. Соглашусь. Да. Здесь идет такая позиционная, в принципе, борьба. Да, ну и я думаю, что если сейчас окончательно... Мы видим, что оба понимают, что делают. И если сейчас окончательно засушит вот этот эпизод Яковина, то Виктор Корнеев парней поднимет бойцов в стойку, я так думаю. Но нет, пока хорошо работает и по туловищу наносит удары Владимир Никитин. И забрасывает ноги на треугольничек, сбрасывает их Владимир Никитин, отдает спину итальянец. Надо растягивать. Хорошо защищается здесь. Переворачивает соперника. Нет, не переворачивает Владимир Никитин. Ну, совершенно верно. Надо побить. Да, надо побить, размягчить. Да. Чтобы человек не зажимался. Тем не менее, продолжает абсолютно без паники какой-либо защищаться. Яковина, да, после удара пропускает. Забрал. Правильно убирает голову абсолютно от ударов соперника. То есть, в общем-то, большинство ударов Владимира Никитина приходится куда-то в лоб, да, не по челюсти. Все равно неприятно, естественно. Все равно чувствительно, но не смертельно, скажем. Да, пока. Минута 50. Пока вот смотрим, остается что даже в этом раунде. Отдыхать в этот момент. Вот он отдышивается, видно, лежим. И вот здесь хорошо поднимается Владимир Никитин, получает он оперативный простор.
тут же пытается воспользоваться создавшейся ситуацией, наносит удары. Вяжет руки соперника Яковина. Здорово, вот здесь хорошо выгадал момент. Никитин ударил левой сбоку. Колено по туловищу, здорово. И вот, пожалуйста, спрятал голову итальянец туда. Не достать, немножечко отдохнул, перевел дух. Ну а между тем-то надо отметить, что и Владимир Никитин потихонечку теряет силы, потому что он довольно много времени проводит в атаке. И если сейчас не произойдет чего-то экстраординарного, мне так кажется, Яковина доживет до второго раунда. Ну, да, есть смысл ему потерпеть. И пока у него это неплохо. И пока это у него неплохо получается. Ну вот смотрим, что и Владимир наращивает темп. Наверное, ему подсказывают все-таки, что до конца раунда остается, и не использовать это преимущество было бы, ну, по крайней мере. И хорошо оттянул соперника сейчас. Вот здорово. Надо, надо ему выложиться. 30 секунд примерно до конца поединка, да, у нас отдохнет остается. Потом. Да, конечно, есть шанс использовать это. Но вот мы видим, что уже положение со стороны ног и попроще уже Данила защищает. О, локтем затылочек. Нельзя, нельзя, нельзя. Да, тут же Виктор Корнеев делает внушение. По-моему, первый поединок, да, который у нас... Да. Доходит до второго раунда. Да, дойдет до второго раунда. Ну, так или иначе, первый раунд в любом случае остается за Владимиром Никитиным. Поддержим бойцов! Восстанавливаются спортсмены, мы видим, как тяжело восстанавливается Данила Яковина, которому сейчас пришлось очень-очень непросто. Сейчас надо ему перевести ну, дыхание. В основном защищаться, да. Да, ну и, кстати говоря, Владимир Никитин не выглядит таким уж прям супер-мега-гига-экстра-свежим, правда? Добивать это тоже нелегкая работа, на самом деле, лежащего соперника, который постоянно вяжет, постоянно выползает из-под тебя. И тем более видно было, что выкладывался Владимир, там он хотел завершить бой, хотел закончить, да, в первом раунде, и поэтому много сил отдал, наверное. Вот и у девушек работа появилась, да, в табличке с раундом. С цифркой 2 вынести, а то что, все 1-1 как-то. Тем не менее, они такой же организованный, видно, это. Бой-бой это делают, поэтому столько же репетировали, наверное, репетировали. Столько же табличек многочасно. У нас очень приятное впечатление оставил Данила Яковина. Понравилось то, как он работал снизу, понравилось, как он защищался, как он грамотно действовал, но, может быть, сейчас... Во всяком случае, ему необходимо переламывать ход боя. Первый раунд он проиграл. Да, вот сейчас... Если сейчас даже будет ничья, то, скорее всего, отдадут. Второй раунд! Нужно будет посмотреть, конечно, вот насколько извлек уроки Данила Яковина. Сейчас вот опытность бойца всегда показывает то, как он выходит на второй раунд. Вот на самом деле, извлек ли он и сможет ли он переломить. То есть, если сможет, это, конечно... Но ведь для этого еще и секунданты нужны. И секунданты, и подсказать. И после пропущенных ударов это на самом деле сложно сделать. Но вот но опять и опять мы видим ноги, эту же да, позицию, и опять да. В гарде. Да. Что-то мне подсказывает, что мы увидим картину очень похожую на то, что мы видели в предыдущем раунде. Но, может быть, я и не прав. Видим, не торопится Владимир Никитин, абсолютно ну, правильно думаю, делает. Сейчас итальянцу нужно стараться все-таки. Уже это играет не на него, конечно, вот эта позиция снизу. Мы видим, что он оттуда не работает. Хотя бы надо пытаться выбираться оттуда. Вот как-то развернуться, наверное, к центру от сетки. Попробовать. Но... Нет, наблюдаем мы обратную картину. Как раз сейчас Владимир... Растягивает Владимир итальянца. Сейчас мы видим очень хорошая позиция для Владимира Никитина. Опять одну ножку отдал, и в принципе удобно ему добивать с этой позиции. Да, согласен. Несколько ударов увесистых таких прошли до цели. Пока что все очень правильно делает Владимир Никитин, а вот Данила Яковина надо форсировать уже. Надо форсировать, надо пытаться рисковать, что-то надо хотя бы пытаться делать, если, конечно, есть силы.
Да, а сил остается все меньше, конечно. Да, тем более пропускает удары, это тоже сказывается определенным образом, негативно сказывается, я имею в виду, для Данила Яковина. Это потеря сил. Стал более рационально действовать Владимир Никитин, то есть он не предпринимает каких-то попыток таких явных добить соперника, просто идет набор очков. Он понимает, что сейчас он лидирует, в принципе, и как бы он выигрывает позицию, после этого наносит удар. Вот мы видим, ручки отжал, ударил. Время сейчас работает, да, на Владимира Никитина, и он прекрасно это понимает. Я думаю, что это прекрасно понимает и Данила Яковина, но вопрос в том, что... Тем не менее, противопоставить пока ничего не может. Это, конечно, надо бросить сейчас все и попытаться встать. Есть возможность у Владимира Никитина для нанесения ударов. Чуть менее 2 минут остается до завершения поединка. Пока что все складывается исключительно в пользу Владимира Никитина. Но, я думаю, теперь и ему можно задуматься о том, чтобы бой досрочно завершить. Все-таки есть все предпосылки, почему бы не взорваться хотя бы пару раз. Есть все предпосылки, но какая задача стоит перед Владимиром? Провести полный бой? Да, ну, не исключаю, да. Кто-то, может быть, ставит себе задачу на бой, как продышаться. Вот есть такие люди, но это, скажем так, для более опытных, может быть, выступая с каким-то более слабым соперником. Ну, подводящие бои, так называемые. Да, да, именно прочувствовать клетку, как бы прочувствовать ринг и продышаться перед предстоящими более серьезными стартами. Ну и, с другой стороны, зачем ломать систему, которая работает? А система Владимира Никитина прекрасно отлажена, работает без каких-либо сбоев. По-моему, он посек уже соперника немножечко, вот здесь бы как бы ручку-то не отдать бы, а нет, не отдал. Нет, хотя видно было, что немножко так, да, усыпил Данила Владимира. Ну что, все, уже рискнул и отдал на это все силы Данила Яковина. Нет, держится. Пока что итальянец, видно, как ему тяжело приходится, но он настоящий молодец, он не сдается, он терпит до последнего. Надавил на горло своему сопернику Владимир Никитин, пытается оторваться и освободить руки для нанесения ударов. Болельщики требуют крови и зрелищ, говорят, кричат «бей, бей, бей», но сил-то уже не так много, чтобы бить. Ну, вот, собственно, и все. Я думаю, нет никаких сомнений, кому сейчас поднимут руку. Ну, да. Нет сомнений, ну, как бы, вот он первый бой. Который прошел всю дистанцию. Да. Не прошло и 180 боев, как ура. Протоколы. По окончанию второго раунда решением судей. Победу одержал Владимир Никитин! Владимир Никитин одерживает победу более чем уверенную по итогам 2 раундов. Но итальянец молодец, порадовал своей выдержкой, порадовал своим желанием жить. Это тоже немаловажно. Ну, да. Ну и все-таки молодость. Молодость победила, возвращаясь к началу этого поединка. О чем мы говорили, опыта не хватило. Ростислав Зверь Товарович!
Ростислав Зверь Таларович приглашается на восьмиугольник. И музыка-то какая. Главный редактор телеканала «Боец» Сергей Завилейский, вашему вниманию. Также сосредоточенно наблюдает за боями. Весовая категория, я так понял, что это тяжелая, да? Но явно не мухач. До дорождения 1 февраля 1984 года. Рекорд. 3 победы, 1 поражение. Призер мира по боевому самбо. Ростислав Зверь. Призер чемпионата мира по боевому самбо. Ты его противник. Юра Славянин Вишневецкий. Оппонировать Ростиславу Таларовичу или Таларовичу? Потому что Сергей Бадюк его назвал и так, насколько не помню. Не готов я сейчас сказать, как будет правильно звучать фамилия Ростислава. В общем, оппонировать словацкому бойцу будет Юрий Вишневский. Рост спортсмена 192 сантиметра, вес 120 килограммов. 120 килограммов. 8 мая 1989 года. Рекорд. 6 побед. 2 поражения. 6-2. Рекорд поопытнее у Ростислава Таларовича. Таларович. Юра Славянин. Вишневецкий. Ваши аплодисменты. Ну что ж, посмотрим на бои тяжеловесов. Здесь каждый удар может решить. Все очень быстро. Парни, слушай внимательно, работаем 2 раунда по 5 минут. Головой можно бить в корпус, локтем можно бить в корпус, в партере коленом и ногой бьем тоже в корпус. По затылку, позвоночнику не бьем, повнимательнее при добивании. Перчатки, шорты, сетку не хватаем, слушай меня на протяжении всего боя. Пожали руки. Слышим, что у Юрия есть болельщики в зале. Есть ли они у Ростислава? Ага, смотри, Юрий Вишневецкий. Он на самом деле. У нас по-другому написано, так что Юрий Вишневецкий. Итак, первый раунд. Ох ты. Ну да. Неплохо, да. Видно, настрой на борьбу. Ну, подготовка-то как раз у Ростислава, боевое самбо. Видно, что пока уверенно защищается он. Прижал пока что словацкий боец к сетке. Ого! Ничто не предвещало беды, друзья. Как он это сделал? А ручки-то вот они. Даже, да, повтор. Там, видно, как-то подломил, скорее всего, даже не задушил. Попало, насколько хотелось бы посмотреть в повторе, на самом деле. Да, просто они стояли к нам с такого ракурса неудачного, что мы увидели только момент сдачи. Терпением жду повтора, чтобы увидеть, как это было. По-моему, успел понять только, что произошло Юрий Вишневский. Вишневецкий. Ну и то, я не уверен, что он успел понять, может, действительно просто испугался. Так, смотрим да. Во все глаза, во все глаза. Надеемся на качественный повтор. Нет, все-таки закрыл, да, это был действительно дышащий прием. Через ручку, может быть, да, не так просто это было задушить через ручку. Но это говорит об уровне. Да.
ну, достаточно уверен. Вот посмотрели мы даже этот момент, на самом деле не очень удобный был у нас угол обзора. Сейчас в повторе явно видно, да. Хорошо запустил. Ну как-то так шею отдал Юрий Вишневецкий, прям безропотно совершенно. Ваши глаза будут радовать, как вы думаете, кто? Вы знали, да? Девочки, сейчас будет женский бой. Леш, вот давай так, положа руку на сердце. Я всегда высказывал свое отношение к женским боям, а вот ты теперь не выскажи. Вот как ты считаешь, женщина должна драться вообще? Вот так, по чесноку, если. Что значит по чесноку? Давай будем идти в ногу со временем, это первое. Значит, сейчас ни один спорт не имеет места быть без женщин. Да? Вот, понятное дело. Программу Олимпийских игр, допустим, хотим мы завести какой-нибудь спорт. Можем мы без женщин? Нет, не можем. Нет, мы без женщин-то вообще не можем, это понятно. Что касается спорта... Ну, я касаемо спорта сейчас рассуждаю, да. Наверное, вот моя позиция такая, что как бы ради того, чтобы спорт был, да, и чтобы он жил, может быть, женщинам имеет место здесь быть. Но, конечно, сам я не очень хорошо отношусь к женским боям. Честно. Вот я, собственно, к этому и веду сейчас. Честно скажу, да. Женщины – это прекрасное сознание. Они, наверное, все-таки должны украшать, может быть, других видов спорта. Но я всегда говорил, уважаемые друзья, и я еще раз это повторяю, что я бесконечно уважаю то, что делают эти девушки, во-первых, в клетке, во-первых, то, как профессионально они подходят к своему делу, то, как они готовятся к соревнованиям, то, что... действительно, то, что они ведут себя как настоящие профессионалы в этом смысле. Сейчас насколько мастерство, конечно, насколько выросло мастерство, вы посмотрите, что они выполняют, какие приемы, как бы. Я вот, на уровне, на профессионально, там, я знаю, там девушек-дзюдоисток, да, которые борются. Но это ведь они не уступают сейчас, на самом деле, мужчинам в технической подготовке. По технике, конечно. Технической. И здесь, поэтому... Если, может быть, мы ждем какой-то там сумбур или что-то. Сейчас они работают, показывают такую великолепную бросовку, великолепную ударную технику, поэтому... Ну вот сейчас в очном поединке сойдутся Элеонора Достинари и Анастасия Денькова. Для Анастасии Деньковой, которая изначально является представительницей тайского бокса и K1, это будет дебют. А вот для итальянки, кстати, еще одна представительница Италии будет, Элеонора Достинари, это второй бой. Первый она выиграла сабмишеном, я смотрел. Не помню, как именно, но, в общем, досрочно завершила свой поединок. А вот для Анастасии это будет дебют. Я знаю, что в свободное от кикбоксинга время Анастасия очень плотно занималась борьбой, чисто сама для себя. Просто ей было это интересно. И, как видно, эти самые уроки борьбы не прошли даром, она решила себя попробовать в боях смешанного стиля. Ну что ж, решила и здорово. Это отличное начинание. Сейчас посмотрим, как получится. Ну что ж, хотелось бы увидеть, потому что... Чисто так для себя, конечно, и выйти в клетку. Нет, понятное дело, что, во-первых, зная Анастасию Юнькову, да, для себя это два раза в день, понимаешь? Два раза в день для себя у нее тренировки. Вот. И что отличает Анастасию Юнькову от в ринге, да, так скажем, кикбоксерском, это ее великолепная работа ногами. Очень здорово бьет ногами. Но при всем при этом, до последнего времени, не знаю, давно не видел боев Анастасии по кикбоксингу, до недавнего времени были некоторые проблемы с ударной техникой руками и были проблемы в защите именно от ударов соперниц. Вот, то есть сама работает очень здорово, первым номером, может агрессивно подраться, может наоборот где-то от соперницы там на ногах хорошо действует, но вот иногда периодически возникали определенные проблемы в защите. Вот интересно, как Анастасия сумеет эту проблему решить сейчас здесь. И здесь хотелось бы как бы сразу обратиться к экипировке, да, боксерские перчатки и перчатки для ММА. Конечно, это насколько пропущенный удар, да, может сыграть совсем другую, как бы, если пропущен удар в боксерские перчатки, если пропущен удар перчатки вот этой. Но, насколько я помню, ее соперница, она по базе своей является борцом. То есть она выигрывала различные турниры по грэпплингу, по борьбе. И, соответственно, у нас будет сейчас классическое противостояние ударника и борца. Кто в итоге окажется сильнее? Я честно не знаю, насколько сильна Анастасия Янькова в борьбе, как насколько она серьезно готовилась, с кем. Обязательно при встрече у нее спрошу и впоследствии вам расскажу. Просто не хотелось ее беспокоить сегодня перед боем, лишние вопросы задавать. Я думаю, что все будет хорошо. Мы, конечно же, будем болеть за Анастасию. Каким получится этот дебют, мы узнаем уже очень-очень скоро, как только вот эти прекрасные девушки завершат свои прекрасные телодвижения в танце. Ну и, кстати, очень даже пятничная песня сейчас играет, потому что Little Party Never Killed Nobody.
небольшая вечеринка еще никого не убивала, дорогие друзья. По своему опыту могу сказать, что это так. Я же сижу тут перед вами сейчас. Да, но все вечеринки на потом, потому что несуточная битва сейчас предстоит. Ну что ж, друзья, ладно, пока немножечко давайте отдохнем и понаблюдаем за танцами. Thank you.
вторая. Так, друзья, музыкальная пауза завершилась. Ура! Я понимаю, что все аплодируют бойцам. А почему не аплодировали этим замечательным девушкам? Ведь я заикаться начал. Не знаю, я аплодировал. Ты аплодировал? Конечно. Ну, естественно. Одна из лучших частей сегодняшнего турнира на нас ждет основной файткард. Нас тут очень интересные бои. И разрешите пригласить в этот восьмиугольник следующую пару бойцов. Марко! Dog и Dog Санки! Дата рождения 20 сентября 1977 года. Рекорд 12 побед, 4 поражения, 0 ничьих. Марко Доги Дог Санки. Ваши аплодисменты. Так, Марко Санти, еще один представитель Италии. Сегодня у нас прям целая итальянская команда выступает на этом турнире. Очень интересное название клуба у Марко Санти, которым представляет Dog Eat Dog. Собака ест собаку. Что бы это значило, Алексей? Наверное, сейчас покажет Марко это на видео. Степана! Значит, название его клуба. Думаешь, прям покажет? Прям в клетке? Съест кого-нибудь? Как вариант. Но он же не... Других вариантов. Он же не кореец. У меня нет названия этого клуба. Других вариантов не могу предложить. Кстати, его возрастной достаточно. Боец 77-го года, я так понял. Марко Санти. 36 лет. Рост бойца 181 сантиметр. Вес 76 килограммов. Дата рождения 23 апреля 1992 года. Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Чемпион Центральной и Южной Украины по Pro-FC. Владислав Степанов! Так, друзья. Марко Санти должен был биться с Вадимом Сандульским, но в итоге будет драться с Владиславом Степаном. Ну что, хорошо. Сказал, немножко весовая категория другая у Владислава. Да, это по меньшей мере. Но, видимо, так срочно призывали на замену, что уже похоже, что выбирать не приходилось. Но это мое предположение исключительно. Ну, да, оно предположение, да, согласен, где-то имеет место быть. Но как бы не тот вид спорта, на самом деле, где каждый килограмм, конечно, здесь может сыграть свою роль. И спортсмен, выступающий не в своей категории, достаточно рискует. Формула боя. Выходя три раунда по 5 минут. Три раунда по 5 минут, уже все по-взрослому. Так недобро смотрит на своего соперника Марко Санти. Но было бы странно, если было по-другому. Тем более с таким названием клуба. Да, Dog Eat Dog. Это ж... Чем же они там занимаются все-таки?
Все, наконец-то сетка, калитка точнее, заперта. Владислав Степанов сразу же встает в левшу. Ну да, я обратил внимание. И тут же начинает поддавливать соперника Владислав. Ну, видно так по подвижности, да, так высоко ручки, в принципе. Владислава более-менее на ножках. Передвижения такие, как вы... Да, скорее всего, представитель ударной техники Владислав. Да, с двоечки попытался сейчас догнать соперника. Заряжается на ногу. Влад. И хайкик пробивает итальянец. Россия, Москва, Тоттенхэм. Давайте поддержим этих бойцов! Прям напрашивается внутренний лоу-кик, да, согласись, итальянца. Ну нет, пока руками работает. Здорово, Владислав Степанов, но позволяет пройти в корпус и сделал то, чего делать не надо было. Позволил себя повалить. Ну посмотрим. Долго так, конечно, не продержится Владислав. Сейчас начнет скидывать ручку Марко Санти. И вот посмотрим здесь на его подготовку борцовской техники. Что он может нам предложить. Ну, вот видим, сразу к сеточке повернул. Развернул, поджал. Начинает потихонечку обрабатывать. Причем спокойно, без... Вставай, на сторону! Не позволяет выйти из этого положения Санти. Заходит за спину, но видно, понимает, что делать. Да, да, видим, что... Ну, в затылок немножко, я бы сказал, удар пришелся. Ну, наверное, не то, что потому, что целился, а потому, что повернулся Владислав. Ну да, так получилось. Хороший боковой контроль здесь, такое удержание получается. Можешь отсюда тоже добивать. Работай. Хорошо отжимает соперника Санти. Он в маунт. Ну и вот сейчас и лезет в маунт. Хотел. То есть не хотел подсказывать Санти. Ну, а мы тебя все равно не понял, не переживай. Да, но напросилась тут как бы про себя думает. Колено в туловище. Да. И опять заходит за спину очень легко, без каких-либо проблем. По месту удар. Увесистый достаточно удар. Куда-то в висок, да, он пришелся, по-моему. И, ой, как отдал руку здесь Владислав Степанов. Ой, как отдал. Еще не закинута нога, и вот она уже закинута, да, на голову. Да, сейчас, о, нет, держится, пока держится Владислав. Терпит, терпит, пытается с моста уйти, получается. Молодец! Красавчик. Здесь все здорово, и попытка выйти на гильотину, но, не, наверное, не получится все-таки. Или получится? Нет, навряд ли, там контроля ног нет с одной ногой, но, скорее всего, нет. Сейчас отлежится немножко и будет выходить Марко Санти опять. Потому что вот с этой позиции уже задушить, ну, практически нереально, только неопытного. А мы видим, что опыт Марко Санти все-таки имеет. Сейчас потихонечку отдохнет и будет освобождать шейку. Вот что он и делает. Здесь я бы сказал, как раз можно было бы отметить тот джентльменский опять поведение Марко Санти. Здесь вот спортсмены стараются не ломать резко руку, потому что вот если бы резко дернул, сейчас бы, может быть, болевой прошел. Начинает он тянуть ее, и как раз в это, пользуясь этим моментом, Владислав вот вывернулся из этого положения. Ну, пока что все очень грамотно делает итальянец, разбивает своего соперника, наносит удары и готовит, ну, удушающий прием. Я говорю, мне кажется, все-таки сказывается немножко превосходство весовой категории. Ну, мне кажется, вот сильно он, сказывается, да, в данном, да, случае. И сильно, и по мышечной массе видно, что, конечно, в борьбе тут, если в передвижениях мы видели в стойке, что Владислав хорошо я чувствовал дистанцию, двигался, то сейчас он, конечно, вот в таком незавидном положении находится. Но ему еще осталось продержаться чуть больше минуты. Сможет или нет? Ну, насколько будут грамотно подсказывать секунданты там сейчас по времени. Вот это как раз задача секундантов, которые должны говорить там 10 секунд, там 5 секунд осталось терпеть. Да, вот он... буквально по секундам так, да? Потому что здесь-то время тянется очень, да, сурово. Да. И каждый этот удар, он, вот он хочет, может быть, сейчас сдаться, да, на самом деле, человек. Ему говорят 5 секунд, он 5 секунд потерплю. То есть вот есть даже такие моменты, да, в каком-то... И эта грамотная работа секундантов очень важна. Вот сейчас уже мы видим что-то близкое такое глухой защите, но нет. Держится, держится, Владислав. Сейчас будет еще одна попытка выполнить удушающий прием, но 30 секунд осталось продержаться Степанову. С одной стороны, это мало, а с другой стороны, как ему сейчас это кажется долго, наверное. Вот эти секунды тянутся, как часы, как годы просто.
Все, подобивай, туда тоже можешь. Рукой. Хорошо. Он устал. Продержится, да, продержится Владислав, это хорошо. Тем более нет сейчас пока каких-то угрожающих таких действий. Ну, да. Я думаю, и сам итальянец решил отдохнуть немножечко. Ну, достаточное количество сил, да, потратил. Санки Санки в оконцовке. И вот мы видим, достаточно бодро стал Владислав. Ну, он, вероятно, хорошо готов функционально, правда, не в свой угол пошел. Да. Судя по лицу, такой усталости нет. Видно, что настроен он продолжать поединок и не намерен сдаваться. Ну, главное, мне кажется, каким-то образом, ну, конечно, это будет очень тяжело сделать, не давать бороться итальянцу. Но это, наверное, нереально. Не, на самом деле получалось. У него все изначально. Если он сейчас делает уроки, вот он бросился как бы в том моменте, когда как раз Марко прошел в ножки. И если сейчас не будет допускать, будет работать, он достаточно лучше двигается на ногах. Это заметно сразу. Что чувство дистанции хорошее. Вот сейчас на фоне усталости, насколько будет ему это удаваться. И естественно, как бы тут видно, итальянец почувствовал себя хорошо в борьбе, он будет навязывать, конечно. Ну, тем более превосходство в весе, да, такое. Конечно, да, же, Владиславу Степанову гораздо тяжелее бороться. И вот здесь мы видим, как здорово ушел от этого болевого приема Владислав Степанов, но вот по мнению Алексея Кочеева, не без помощи соперника. Нет, не то, что не без помощи. Конечно, ситуация была на грани. Там ножку-то закидывал в тот момент Марко. И в этот момент. Но рука-то была прямая, и можно было дернуть. Мне так показалось. Это мое мнение. Говорю, оно все заболевшее. Палатки были с бандажом у Владислава Степанова. Все исправлено, и бой продолжается. Ну вот не бросаться бы сейчас, хочется подсказать Владиславу, конечно, не бросаться. Да-да, на ногах надо, да, поработать, да, вот он, попытаться. Он видно, что вот полегче двигается, но уже не те, конечно, потратил, видно, силы тоже, защищаясь. Ну, бои. С другой стороны, левша, можно на этом сыграть, каким-то образом уходить, попытаться. Уходить, есть место, да. Да-да-да, хорошо, вот, хорошо. В стороны. Но все равно идет вперед, конечно. Да, ой, колено, колено! И итальянец идет вперед, и Владислав отступает чисто назад, конечно, здесь вот. Да, ну и все-таки в сторону уходить, чуть в сторону. Ситуация возвращается на круги своя. Добился итальянский боец того, чего хотел, к большому сожалению. Но не будем хоронить пока Владислава раньше времени. Садится в маунт. Вот это совсем неприятно. Да, затылок, но там есть еще и левая рука, которая бьет туда, куда надо. Начинает растягивать ногами соперника Марко Санти. Очень тяжело приходится Владиславу. Засовывает, просовывает, ну, да, руку на удушающий, скорее всего, задушит, да. И видно уже, да. Подумал и все-таки решил постучать. Но все равно молодец. Молодец, то, что вышел. Вероятно, действительно была какая-то замена, судя по тому, что Вадим Сандульский не вышел сюда биться. И мы видим, что серьезно уступал в весе своему оппоненту Владислав Степанов. Тем не менее, очень достойно бой провел. С той точки зрения, что терпел до последнего. В ходе второго тяжелейший раунда. Первый раунд и не менее тяжелый приема. Второй. Победил гость из Италии Марко Санти. Аплодисменты. Победили. Ну, может быть, и Владислав также заслужил свою порцию аплодисментов, правда? Несомненно, заслужил Владислав. Видим недовольство немножко на его лице. Он, мне кажется, объясняет, что там все ешь. Ну да ладно, а то что же, иностранные гости совсем-то без побед уедут, правда? Тем более, да, сколько людей из Италии сегодня.
Сколько бойцов сегодня мы узнали из Италии. И вот как тепло Сергей Бадюк сейчас поприветствовал Владислава Степанова. Это правильно, потому что он очень мужественно бился. И как мы знаем, турнир называется «Дух воина». И вот действительно обладает этим самым духом Владислав. И надо сказать о том, что секунданты Марко Санти тоже очень тепло приветствовали и аплодировали Владиславу за тот бой, который он показал сейчас. Поаплодируйте победителю этого боя. Очень технично. Еще раз мы видим, как выпутался, друзья, из этой ситуации Владислав Степанов. Следующую пару бойцов. Но все-таки не сдюжил. Ожидали мы подвига Владислава Степанова, но в итоге вот так все завершилось. Дата рождения 22 июня 1986 года. Рекорд 25 побед, 4 поражения. Мастер спорта. Это Михаил Царев, известный спортсмен, представляет известный клуб Русь Файтерс. Михаил «Одинокий волк» Царев. Свой последний поединок провел он на турнире «Платформа». Это было 17 августа текущего года. Встречался с Джейми Джара. Выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Этому предшествовали два поражения, причем одно из них в рамках турнира «Беллатор». Проиграл Дагласу Лиме техническим нокаутом во втором раунде. Все прекрасно помним этот бой. Также проиграл на турнире «Беллатор» Лаймону Гуду техническим нокаутом. В общем, пока у Царева не ладится за океаном. Но, может быть, сейчас здесь такой, да, восстановительный турнир. Может быть, такой подготовительный к чему-то. Роберт Саркози! Наверное, в Венгрия! Бойцам, которые не идут какие-то бои, да, нужно спуститься где-нибудь, может быть, на ступень и попробовать себя приобрести очередную уверенность. Хотя бои, я помню прекрасно, тоже на платформе С-70 и в августе, и прошлого года, когда против бразильца бился Михаил. Давайте посмотрим, в какой форме сейчас находится Михаил. Роберт Саркози. 84 килограмма. Написано, что представляет Венгрию, но имя и фамилия совсем не венгерские. Рекорд. 22 победы, 18 поражений. Роберт Саркози. Сколько лет бойцу? Я упустил, что мы... Но мне кажется, совершеннолетний. Но совершеннолетний, наверное, все-таки вид спорта предусматривает регламент соревнований проводимо. Но я вижу, что уже не молод, боец. Ну, атлетично смотрится достаточно Роберт Саркози. Но, как мы уже сегодня видели, атлетизм – это далеко не гарант победы. Only to the body, elbow, only to the body, in parter, knee and leg, only to the body. Don't beat back head and spine. Don't touch gloves, don't touch trunks, don't touch cage. Okay? Shake your hands. Так, все наставления розданы. Очень интересно действительно посмотреть на то, в какой форме находится Михаил Царев.
Вот, слушаем подсказки из зала сразу. Формула боя. Три раунда по пять минут. Первый раунд. Михаил Царев, скорее всего, пойдет бороться опять. Ну, вот настойно. Ну, неплохо и бьет Михаил. Сейчас пропускает такой неприятный удар, такой тревожный звоночек для нас, для всех. Очень нацелен, собран Саркози. Ну, пока видно, что Михаил выцеливает, ищет свою дистанцию. Сейчас для того, чтобы... Вот он. Неплохо. Хорошо спрятал этот удар, да, хайкик? Так вроде пошел в сторону, отлично, с передней ноги по печени. Решил пострелять издали Михаил Царев. И второй раз уж успешно, в принципе. Да, и ногой опасно пробивал. Бросился на своего соперника Саркози. Но, видимо, не понравилось ему то, что происходит в первую минуту. Решил взять реванш небольшой, но как бы боком ему это не вышло. Локтем в голову, разве нет? Где-то да. Вот мне так показалось, что прям четко. Нет, забор нельзя держать. Виктор Корнеев сразу сигнализирует. Отличный перевод партера от Михаила Царева. Боковой контроль. Хорошо блокирует правую руку своего соперника Царев. И на болевой приемчик можно попробовать. Ну и побить, конечно же, можно. Тем более, что... Не защищен фактически Саркози. Насколько вот эти неприятные сейчас удары, да, конечно, когда обе руки отключены, сколько они доставляют неудобства на самом деле в данный момент. А удар это не слабо. Да, сейчас только подвижность головы спасает Роберта Саркози от неприятностей. А, еще и бедро подключает к своим атакам. То есть бедром он фиксирует, но, конечно же, сдача. Конечно, сдача. Прекрасная работа от Михаила Царева. Болельщики сами видите, как реагируют на все происходящее. Молодец, Михаил. Подтвердил свой высокий уровень. 7 секунд. Техническим нокаутом. Что ж, да, достаточно грамотно. Некрасивое событие. Михаил так Царев! Провел этот поединок. Поздравляем с победой Михаила Царева. В хорошем стиле, на хорошем уровне. Ну и абсолютно заслуженная победа. Абсолютно заслуженные поздравления. Благодарят друг друга спортсмены. Да, интересно, сколько же лет все-таки Роберту Саркози? Провожаем спортсменов аплодисментами. Подойдем, давай подойдем после турнира, если он понимает по-английски. Спросим. А у нас следующая пара бойцов, и я приглашаю в этот восьмиугольник. Фриц Карстинг! Немецкий боец выйдет сейчас к нам. Фриц Карстинг. Керсинг является, ну, не то чтобы постоянным гостем, да, но он уже бывал в рамках турнира White Rex. Один бой провел в мае 31 числа, встречался с Павлом Бодровым, одержал победу удушающим приемом в первом раунде.
сумеет ли продлить эту серию удачную для себя на этом турнире Фриц Керстник, узнаем уже очень-очень скоро. Полутяжелый вес, кстати говоря, так, если и что. Сергей Романов, представляющий спортивный клуб «Сеч». Вот если говорить про немецких бойцов смешанного стиля, то там есть свои звезды определенные, например, Даниэль Вайтель, тот же самый, да, который успешно бился в различных организациях, в том числе российских самых престижных, и даже становился чемпионом этих организаций, показывая при этом, ну, просто великолепные бои. Вспоминается соперник Сергея Харитонова, Марк Миллер, такой, по-моему, тоже немецкого происхождения боец. Ну, там все закончилось достаточно быстро. Даже не успев начаться толком. Ну, да, на голову выше был Сергей в своем мастерстве. У Сергея Романова также рекорд такой же, как и у его соперника. Один бой, одна победа. Победил в прошлом году Егора Спиридонова во втором раунде техническим нокаутом. Ну, так или иначе, мы сейчас будем все болеть, конечно же, за Сергея Романова. Желаем ему всяческих побед и удач. Сергей повыше своего соперника. Сразу начинает нависать над немецким бойцом. Ну, так неплохо сорвался для начала с двоечки. Ух, обменялись такими ударами. Мне кажется, даже оба поплыли. Вот вторая двойка уже проходит у Фрица. Хороший лоу-кик от Сергея Романова. Отлично. Очень вовремя. Дергается Керстинг. И вот сейчас бросается. Надо этим пользоваться. Еще раз лоу, хорошо. Не надо рубиться, надо бить также с дистанции Сергею. Болельщики включаются. Прижимает Романов Керстинга к клетке. Посмотрим, что он может в клинче показать нам. Я думаю, будет оторваться сейчас и работать. Видно было его, да, что мы видим. Ох, опасно пробил левый сбоку Керстинг. И, по-моему, уже у него появляется небольшая сечка под левым глазом. Это результат работы Романова. Внутренний лоу-кик наносит Керстинг. Тут же ему хорошо в обмене отвечает Сергей Романов. Здорово защищается от прохода в ноги россиянин. Тут же сбрасывает ноги назад, не позволяет сопернику перевести себя в партер. Да, не нужно бороться, пока в стойке, ну, так хорошо получается. Спокойно, видно, да, отдыхаем. Сергей отдыхает. Я думаю, не будут нас сейчас удивлять бойцы какими-то своими навыками борьбы. Вот попытка. Нет, будет вставать Сергей, да, это очевидно. А вот жаль, что нельзя было коленом бить, да, в этой ситуации. Хорошо бы получилось. Ну, там очень тонко, да, можно как бы попасть в стойки, а можно попасть и нарваться на дисквалификацию, да? Да, поэтому... Ой, сейчас очень неприятные удары пропускает Сергей Романов, если вообще удары могут быть приятными.
Хорошо, хорошо, с дальней дистанции работает Сергей. Надо внимательно очень действовать. Ну, к сеточке зря, к сеточке зря. Надо разворачиваться неплохо коленом, но там сблокировал этот удар Керстинг. Да, надо попытаться развернуться, что Сергей делает. Молодец, молодец, разворачивает соперника. А рассечение это, между прочим, у Керстинга. Все серьезнее и серьезнее. Отлично. Перевел в партер. Что дальше? Ну вот в этом положении надо было попробовать поработать. Хотя была там возможность перейти. Положение сверху. Хорошо встает Сергей. Ну, надо бить, надо бить, бить в этом положении. Жаль. Можно было, мне кажется, зарядить справа. Ну вот, да, уходя. Сейчас посмотрим. Позиционная борьба идет. Да, локоть, корпус, отлично. То, что надо сейчас, можно, да, и просто кулаком по туловищу стукнуть. Пытается выйти на боковой контроль, я так понимаю, Сергей. Ну да, но пока безуспешно, там хорошо очень чувствует позицию Керстинг. Можно ударить ногой в бедро. Минута остается до завершения первого раунда. Очень хороший, очень интересный раунд пока получается. Но не надо бороться, Сергей. Отличная комбинация. Левый прямой, лоу-кик. Хорошо, левый снизу, такой полуснизу, полубоковой наносит Сергей. И пропускает удары. Надо повнимательнее действовать. Без подготовки атакует, в общем-то, Керстинг. И эти удары, я, ну... Можно и не пропускать, в общем-то. Здорово, отличный хайкик. Здорово поджал, да, к сеточке. И некуда было уходить, здорово. Но все равно пропускает удары Сергей. Вроде бы они его пока не потрясают. Ногой печень проверяет Сергей Романов. Вот раз за разом опасно пробивает правый сбоку Керстинг. Хорошо, зацепом валит соперника Романов. Видно, прочувствовал соперника Сергей. Да, и начинает потихонечку доминировать сейчас в этом-то. Что в борьбе, что в ударной технике. Здорово. Хорошо работает Сергей, использует хэммерфисты и удары. Да, конечно, не хватит времени для добивания Сергея, но тем не менее такая концовочка поставлена очень убедительно. Да, безусловно, безусловно. Но мы видим, что измотан Сергей Романов, и немало сил он затратил. Невозмутимым видом встает Фриц Керстинг. Керстинг. Показывает нам, как отдыхает Фриц Керстинг. Смотрим мы, что у него с левым глазом. Но сечка не очень серьезная, так что, я думаю, ему опасаться за нее не стоит. Но в стойке Сергей Романов отлично себя показал. И мне, думается, надо продолжать работать именно в стойке. Но единственное, что левую руку повыше держать, это удар справа у Керстинга регулярно проходит. Ну и левый такой он ниоткуда выбрасывает, боковой, в принципе, издалека так. Где-то приходилось Сергею. Лоу-кики отлично получаются сегодня у Сергея Романова. Я думаю, тоже стоит продолжить обрабатывать бедра соперника. Ну и вообще, конечно, конечности у Сергея подлиннее. Надо расстреливать, что он, в принципе, и делает. Я думаю, уже сложил картину боя для себя Сергей Романов. Сейчас он будет продолжать в той же манере действовать. Как раз ему ничего менять не нужно. Да, это точно. Надо Фрицу Керстингу что-то придумывать. Да. Вот посмотрим, что как раз подскажет, может быть, секундант сейчас. Но, как сказал один известный футболист, это не наши проблемы. То, что сейчас будет делать Фриц Керстинг. Самое главное, чтобы Сергей Романов продолжал работать в том же ключе. Хорошо провалил под правую руку, но надо левый боковой под правую руку. Отличный хайкик слева. Здорово, здорово, Сергей, не вязаться, не вязаться. С дальней дистанции все хорошо получается. Отлично, подхватил ногу после лоу-кика. Классно. Локтями корпус, голову рукой. Локтями корпус, голову рукой.
Сейчас немножечко тембой упал, понятно. Пытается развернуться Херстинг. Удар головой по туловищу, это разрешается правилами. Ну вот насколько такой удар эффективен? Ну, наверное, нет. Скорее всего, не эффективен, конечно. Ну, хотя, если, может быть, на вдохе где-то попал бы, какой-то урон, может быть, немножко, так скажем, расслабить защиту. Пытался вылезти из-под соперника Фриц Керстинг. Ничего не получилось. По-прежнему находится сверху Сергей Романов. Угу. Ну вот и улегся. На этом фоне сейчас немножко Сергей Романов попытался ударить головой в голову, но вспомнил в очередной момент, что делать этого не нужно. Я помню, на одном из турниров по панкратиону был разрешен удар головой в партере. Ну и вообще удар головой в голову. Очень много поединков закончились после этого удара ввиду рассечений. Ну, на самом деле, да, как бы удар имеет место быть, но насколько он нужен в соревновательных поединках, не знаю. И люди, конечно, готовящиеся по другим правилам, они могут просто как нежданчик, да, так скажем, такой пропустить. Уверенно пока что работает сверху Сергей Романов, набирает очки, время работает на него. Устал уже представитель Германии. Очень тяжело ему приходится. Требует Виктор Корнеев больше действия от спортсменов, иначе поднимет он их в стойку. Но мне думается, Сергей Романов совершенно не будет против подобного развития событий. Единственное, что сколько сил у него осталось. Да, идет работа. Мне кажется, нужно поднимать рефери. Разверни. Да. Разверни, прижми к сетке его. Прижми. Давай, Серёга! Давай. Разбит нос очень серьезно, по-моему, нос все-таки у Фрица Керстинга. Да, мы видим, что работа идет. Может быть, стоит даже сейчас отойти где-то, дать встать, да, Сергей Романов? Вот. Нет, смотрим, мы настроены. Он настроен добивать. Видно, хорошо себя чувствует все-таки в этой позиции. Вот. Своевременное решение рефери, и сейчас... Хорошая комбинация. Да, я думаю, уже откровенно глухая защита. Ой, здорово. Ой-ой-ой-ой. Даже сетка не выдержала, калитка не выдержала такого напора. Здесь... А вот интересно, это же... Что сейчас скажут судьи, в общем-то... Ну, с нашей позиции, в принципе, было видно, что там удара-то головой не было. Если бы он упал, ударился головой, тут такое... Тут, да, не тут голова было, совсем. Да, все-таки был, наверное, нокаут. Серия-то прошла великолепная. Не, к Сергею Романову никаких претензий нет, равно как и нет претензий никаких к Фрицу Керстингу. Ну да, просто вот эта заминка. Ну, давайте посмотрим, сейчас рефери нам покажет все, что будет дальше, как будет продолжаться поединок. Все, поединок продолжается. Немножко сыграло вот это открытие двери, наверное, все-таки в помощь Фрицу Керстингу. Ну да, у него была возможность подышать. Удивительно, но не отступает Фриц Керстинг. Не отступает, идет вперед. Это его манера ведения боя, наверное, как бы вот он попробовал где-то отступить. И вот и опять вперед. Да, и вот опять. Теперь уже хорошо чувствует соперника Сергей Романов. Уже не боится с ним зарубаться. Хороший удар слева и справа. Колено добавляет Сергей Романов. Ну уже откровенно есть, глухой есть. Защите. Надо. Ну надо дорабатывать. Судья потом остановит, если что. Да, вот теперь все. Молодец. Ну что ж, достаточно зрелищная, конечно, победа. Ну, наверное, одна из самых зрелищных сегодня, да, согласись? Соглашусь. Такой можно, может претендовать на лучший нокаут турнира пока. Очень здорово себя показал в стойке Сергей Романов. Техническим нокаутом одержал победу.
одержал победу Сергей Романов! Поздравляем Сергея Романова. Блистательная победа, очень зрелищная. В прекрасном стиле выиграл этот бой Сергей Романов. И вот его уже качают, его уже носят на руках. Уважаемые друзья, я думаю, что будет справедливо поаплодировать самому мужественному бойцу сегодняшнего вечера. Ну да, слова эти не лишены смысла абсолютно. Великолепную стойкость показал действительно Фриц Кершин. Это я отметил Сергей Бадюк. Опять же, возвращаясь к названию турнира «Дух воина», мы видим... Да-да-да, в каждом бою, да, буквально проявление. Провожаем нашего победителя и, самое главное, нашего гостя из Германии. Буря аплодисментов, красивейший бой сегодняшнего вечера. Уважаемые друзья, мне достаточно сложно объявлять следующую пару. Я очень неоднозначно отношусь к женскому ММА, но, тем не менее, следующая пара бойцов – Элеонора Тассинари, Италия! Итак, наконец-то мы дождались этого знаменательного события – Элеонора Тассинари. Спортсменка из Италии, но про нее мы уже сказали, давайте еще раз повторим. У нее рекорд один бой и одна победа. По крайней мере, об этом нам возвещает замечательный сайт Sherdog. И насколько мы вообще располагаем информацию об этой спортсменке, она является борцом. То есть у нее база борцовская. Ну что ж, еще одна представительница Италии. Да, отмечено, уже было нами сказано здесь. Одна победа. Ноль поражений, добавить пока нечего. Хотелось бы сначала поединка. Ну вот прическа у нее такая, прям скажем, воинственная, да? Какой здесь клуб представляет Элеонора? NHB Crew. Вот так у нас заявлено. Ну да ладно, я думаю, это не столь важно. Этим сказано. Да. Ну что ж, хотелось бы посмотреть действительно вот то, о чем мы много говорили, Анастасия Янькова. Хотелось бы, конечно, посмотреть, насколько Анастасия Янькова, да, сильна в борьбе, и прибавила она в борьбе, да. Но... И как она прибавила в ударной технике руками, и самое главное, как она прибавила в защите. Да, да. Ну, с другой стороны, опять же, хотелось бы, чтобы закончила она все-таки это ударной, да, техникой. В своем стиле, в своей манере. Как представительница ударного стиля. Дебют по ММА, чемпионка России по тайскому боксу, обладательница Кубка России по тайскому боксу, Анастасия Янькова, Россия! Я не знаю, что сейчас переживают наши уважаемые телезрители, я не знаю, что переживают болельщики в зале, но вот я как-то волнуюсь, если честно, вот так. Причем за обеих девушек. Нет у тебя такого, Леша? Вот есть, есть, побежала такая волна, да, я тоже почувствовал. Это, наверное, может быть, и в зале передается такое волнение. Ну и виден настрой самих девушек-то какой в глазах. Я вижу, что она Россия, насколько она настроена, заряжена на победу. Ну она всегда такая, вот она всегда выходит на бой с запредельным настроем. Вопрос лишь в ее подготовке. То, что она хочет победить, это 100%. То, что она сделает все для победы, нет, это абсолютно точно. Скажем, такой перенастрой, он иногда тоже мешает. Согласен, но, согласен. Хотя каждый боец, наверное, в силу своего опыта выбирает уже, как ему настраиваться. Кому-то помогает разозлиться, кому-то помогает расслабиться, кому-то помогает отвлечься вообще чем-то. Поэтому это психология индивидуальная, и главное, чтобы это как бы помогало победить. Okay? Head, only to the body. Elbow.
only to the body. In parter, knee and leg only to the body. Don't beat back head and spine line. Но смотрят так друг на друга, как будто сейчас разорвут просто. Don't touch clothes, okay? Don't touch range. Listen my comment all time. Shook your hands. Ну да, пожали руки с пятого раза. В зале раздаются крики «Может, не стоит». Ну все, уже клетка закрылась, дальше отступать некуда. Три раунда по пять минут. Три раунда по пять минут. Ничего себе дебют у Анастасии, а? Три раунда по пять минут. Это ж прям как будто Беллатор готовится. Сразу же итальянка идет в борьбу, это понятно. Забирает ногу. Ну, посмотрим, чему научилась Анастасия в борцовских залах. Вот пока хорошо прижимает соперницу к себе. Главная задача Анастасии – завязать соперницу, не дать ей ничего сделать и перевести опять бой в стойку. В принципе, пока ничего страшного не происходит. Да, Анастасия очень грамотно вяжет соперницу. Да, вот эти кроличьи удары по туловищу никакого эффекта не возымеют совершенно точно. Да, надо вязать, надо максимально... Вязать и ждать, да, пока рефери поднимет стойку. Наверное, я не вижу, чтобы Анастасия пока рисковала, выходила на какие-то болевые. Здесь сейчас просто защита, конечно. Ну, уже, в общем-то, можно стойку-то поднимать, мне кажется. Ну, вот, отлично. Да, услышал. Рефери. Рефери Виктор Корнеев очень высокой квалификации, так что он действительно знает, когда надо поднимать спортсмена в стойку. Ну, вообще, всегда очень грамотно разбирается в той или иной ситуации. Не, ну задушить здесь не знаю. Надо, на, да, надо все правильно советовать, надо ноги в гард заправить, тогда закрыть, и тогда все будет хорошо. Просто с этой позиции, да, это нужно какую-то ручку все-таки тогда освободить, чтобы заправить ножки в гард. Ой-ой-ой-ой, только не дать сесть маунт, только не дать сесть маунт, иначе будут проблемы. Но итальянка все-таки это делает. Садится, ну пока там шейку держит Анастасия, конечно, вот здесь сейчас момент шеи. Насколько вытащит шею итальянка? Удушающего приема там, ну, скорее всего, уже не будет. Потому что сложно очень задушить с этой позиции. Ну, достаточно гибкие, конечно, девушки, да, когда смотришь на них. Да, ну и кроме того, сейчас Анастасия держит, она тоже теряет очень много очень сил. Очень много сил, очень много сил теряет. Тем более, я говорю, в принципе, вот после подъема все прошло примерно в таком же ключе. Также встала и точно так же дала пройти итальянке. Да, и сейчас, судя по всему, вырвется итальянка, да. Ох! Но защищаться, защищаться. Хорошо, Анастасия прижимает соперницу к себе и пытается развернуться, только аккуратно шею не отдать. Отлично! Вот это здорово. По-моему, итальянка сама не ожидала подобного развития событий. И тут же забрасывает ножки на треугольник. Надо скрутить корпус, надо скрутить корпус, выйти из треугольника. Поддержка, поддержка, нет, 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 там не туда немножко разворачивается-то. Итальянка, на самом деле, вот сейчас... Ручку ей нужно забирать. Ну и надо нет, саму вот соперницу бы, нет, к себе поближе прижать. Здесь поменять тогда ножки, на самом деле. Вот так вот, скажем, она надо другой ногой зацепиться за другую в идеале. Сейчас так выполняется прием, так скажем, не на шею, а вот на вторую подмышку. Какая-то, конечно, неудобство есть, но не так страшно сейчас ситуация, как вот она кажется. Удушение второй подмышки – это эксклюзивно, кстати. Ну вот, мы видим, да, что сопротивляется Анастасия. Сейчас будет переход на болевой прием. Выходит, да, уже совершенно логичный, да, и видно, конечно. Терпеть, терпеть, надо не отдать руку, не отдать руку. Вот. Ну, видно, конечно, что итальянка посильнее в борьбе. В борьбе поопытнее, да, поопытнее. И здесь, ну вот, только воля, наверное, и сетка сейчас помогает, конечно, Анастасии. Некуда там вертеться. Вот сейчас она все правильно делает, свободной да, рукой побить, надо побить, добивать. Побить. Надо добивать. И вот хорошо, хорошо, вывернулась Анастасия. Есть возможность для нанесения ударов. Давай, бей! И вот опять то же самое, смотрите, что опять, опять, опять. Не, вот это, конечно... Ну, это откинуть, нет опыта откинуть, борьбы. Откинуть нет ножки, подержать. Вот сейчас, в принципе, правильно. Да вот не надо поджиматься, наверное, надо чуть подвымотать.
Держит руку Анастасия, не позволяет вытянуть. Да, сложно сейчас, сложно. Она прекрасно понимает, что ей делает, и не позволяет. Не позволяет итальянке. Надо попробовать тревочками все-таки выдергивать. Потихонечку ручку надо. И похоже, что есть возможность хорошая у итальянки вытянуть руку на болевой прием. Нет, ну вообще грамотно держит. Грамотно откинула ножки, да. Вот. Хороший удар коленом по туловищу. Но не дать, вытащить, не дать. Нет. Жалко, не видим мы секундомер. Сколько осталось? 10 секунд. Вот нам возвещает этот стук спасительный в какой-то степени. Потерпеть надо. Окончание первого раунда. Ну что ж, подводя итоги первого раунда. Достаточно свежо выглядит Анастасия. Ну да. Достаточно измотанно выглядит итальянка. Хотя, казалось бы, да, Анастасии пришлось очень непросто, потому что она, мы помним, держала соперницу очень долго, причем на одних руках. Только как бы Анастасии все-таки свои козыри продемонстрировать сейчас именно в ударной технике. Сейчас, да, вот хотелось бы видеть другое начало как бы раунда. Другое начало, чтобы подольше этот бой продлился в стойке, и чтобы какие-то удары дошли до цели. Видим мы, как измотана итальянка все-таки, видно. Напомню, три раунда запланированы. А это непросто на самом деле. Не просто с точки зрения функционалки. Да, надо проверить сеточку, а то в предыдущем поединке калиточка-то не выдержала ударов. Но там и ребята были потяжелее. Оу, отличный удар! Здорово! Ой-ой-ой! Добивание было, да, но Виктор Корнеев не обратил на это внимания. Но он и не прошел, в общем-то. Хорош! Нет, ну вот это... Ну зачем на удержание полезло-то? Да, ну. Да, вот это движение немножко не ее. Сейчас бы добивать. Нет, это... Есть болевой! Отлично! Красава! Видно, поторопились мы с советами. Конечно, знала, что делала Анастасия. Ну, может быть, это была наработка, да? Ну, да. Видно, что движение-то, конечно, здравое, конечно, было. И вот это... Да. Поздравляем Анастасию Янькову с этим удачным дебютом, очень ярким дебютом. И посмотрите, что творится. За 25 секунд второго раунда удушающий прием. Победу одержала. Не, ну не удушающим, конечно, все-таки там болевой был прием. И мы сейчас увидим это на повторе. Да, обязательно. Победу одержала Анастасия Янькова. Молодец. Молодец, Анастасия, ничего не скажешь. Только аплодисментов достойна Анастасия сегодня. Увидели все, что хотели. Увидели навыки в партере Анастасии, да? Хоть да, ну и стойки самое главное. Закричали, что не надо этого делать. Ну, видно, что Анастасия знала, что ей делать, и выполняла. Лучше нас, 500 да. миллионов раз. Да. Поменял свое отношение к женскому ММА, но приходится признать, что поединок был гораздо техничнее, чем то, что мы видели в некоторых поединках сегодня. Поаплодируем этим замечательным. Давайте еще раз на повторах посмотрим, как это было, друзья. Но хотелось бы увидеть уже непосредственно завершающую стадию. Вот здесь, конечно, здесь преимущество было у итальянки. Ну и вот где-то была какая-то грань, хочется верить, что все-таки со стороны, что чувствовала и не давала. Вот здесь это, в принципе, вариант защиты. И вот отличный удар левой боковой, вот, ну ладно, ей можно сегодня.
Но не попало, не попало, поэтому не дисквалифицировать. Вот он, болевой прием, конечно же, это болевой. Это не он дышащий там подзажал. Ну хотя и, в принципе, на шею давил. Они сейчас не готовы, я сказать. Тянула ручку, да, где-то и поддавливала шейку. Нам спросить у итальянки, от чего все-таки сдалась она. Думаешь, она тебе ответит так? Ну, если спросить по-итальянски, да. Что было, больно или душно? Рождение 3 января 1992 года. Рекорд 12 побед, 5 поражений, 0 ничьих. Марвин Адамай! Достаточно опытный спортсмен Марвин Адамай, 12-5 его рекорд. И его противник Сергей Хонда! Кондошка! Россия! Несомненно, очень известный наш российский спортсмен Сергей Кондошка. И мы слышим, как зал поддерживает его. Расскажу немножко про Марвина Адамая. Как уже было сказано, очень опытный спортсмен. Сейчас достаточно часто выступает, в текущем году 2 боя провел, оба выиграл. В прошлом году 4 боя, 2 победы, 2 поражения. Ну, то есть такой крепкий середняк, если говорить там какими-то такими более высокими категориями. Достаточно крепкий, хороший боец. 77 килограммов, дата рождения 19 марта 1992 года. Чемпион Европы и мира по универсальному бою. Мастер спорта России по универсальному бою. Мастер спорта России по рукопашному бою. Рекорд 12 побед. Одно поражение. Знаю, Сергей, с любительских еще как бы боев, да, как выступал по армейскому рукопашному бою, выступал по универсальному бою достаточно успешно. И вот его карьера хорошо началась, но, насколько мне не изменяет память, последний свой поединок он проиграл Эдуарду Вартаняну, по-моему. И вот, может быть, я могу ошибаться, может быть, у него... Сейчас уточним, поединок. Сейчас уточним. А так очень слежу за его карьерой, конечно, приятно. И сам по себе парень позитивный, приятный. Хочется пожелать ему побед и успехов. Да, проиграл Эдварду Вартаняну на турнире «Легенда» во втором раунде техническим нокаутом. Я вспомнил этот бой. Очень обидное поражение, которое стало первым в его профессиональной карьере. Формула боя. 3 раунда по 5 минут. Раунд 1. Ну что ж, вот сразу на лицо, конечно, класс бойцов по движению, по передвижению. Это турнир Wild Rice Strong. Рождение нации. Пытается забрать ногу Адамай. Кстати, он является здесь представителем Италии, а Шердок его дает как албанского спортсмена. Пытается защищаться, пытается не дать себя уронить при помощи клетки Сергей. Пока этому ему удается, но видно, что настроен в борьбу. Видно, что настроен в борьбу Марвин Адамай. Очень цепкий. Да, никак не хочет. Очень цепкий, контролирует. Вот
Ну да, видимо, все-таки по-итальянски понимает, судя по тому, что секундант кричит ему что-то именно на итальянском. Так, пока у нас еще дело застопорилось здесь. Очень грамотный секундант, так слышно его прям на фоне болеющего зала. Это не просто секундант, я тебе хочу сказать, а это никто иной, как Марко Санти. Работает коленом в бедро Марвина Демай. Все пока правильно он делает, но Сергей также не позволяет себя перевести в партер. Да, конечно же, хорошо бы развернуть вот соперника. Но развернуть сложновато, потому что обе руки Сергея, конечно, сейчас поверх рук Марвина. Позиция не очень приятная. Да, может... Скажем, надо сейчас... Вот сейчас можно, да, что он и делает. Здорово, здорово. Вот сейчас, в принципе, развернул. Есть, снизу попал, попал снизу и будет ждать. И пошел назад сразу же, Адемай. Поменял стойку Сергей, второй левый он попал. Второй левый. Хорошо, хорошо, не дал пройти в ноги сейчас Сергей Хандошко, оказывается сверху. Хорошо, левый боковой попадает Сергей. Еще раз туда же. Ну что, чуть решил отдышаться, мне кажется, Сергей. Да, все правильно. После атаки, да, сейчас какой-то построить план, наверное. Не знаю я, будет ли он работать все-таки в партере. Давайте посмотрим сейчас. Здорово, отличный удар. Еще один, еще левый. Попадает Сергей, отлично. Хорошая работа Сергея Хандошко. Здорово, грамотно. Выждал, конечно, да, такой. Немножко усыпил, да, соперника. И четкий левый боковой. Вот сейчас непонятно было, куда будет бить. То ли в корпус, то ли в голову. И прошел удар. Да, и вот этим ударом головой он отвлекает внимание соперника, мне так кажется, да, потому что, ну... Ущерб причинить таким ударом сложно. Ущерб навряд ли, но где-то говорю, на вдохе, может быть, где-то, в принципе, этот удар сыграет свою роль. Тем самым где-то ослабит защиту Марвин. Хорошо оторвался здесь Сергей Хандошко и вновь попадает слева, но жаль, не очень сильно. Серия ударов слева, и уже правую руку подключает Сергей, пропускает удары Марвина Адамай. Ну, сложно, сложно, Сергей, сложно добить, конечно, с этой позиции, поэтому, может быть, стоит попытаться все-таки перекинуть ножки. Влезть в маунт? Обойти, да, 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 есть такое. Ну, хотя... Мы видим, что несколько ударов все-таки дошли до своей цели и достаточно сильных, увесистых ударов. Так, в принципе, может быть, на это и рассчитывает Сергей. Ну а между тем, менее 50 секунд остается работать в первом раунде. Пока что для Сергея все складывается удачно. Хорошо, хорошо попадает вновь Сергей Хандошко. Уже видно, как неприятно здесь итальянскому спортсмену. О, в затылок попал, но... Чувствует, видно, борьбу Марвин Адамай, но ничего пока противопоставить не может. То есть не выползти. Вот Сергей, мы видим, контролирует что-то, не дает он. Я думаю, нужно сделать еще одну попыточку для добивания. Но ждем от Сергея удара. Ну, я думаю, безо всяких сомнений раунд выигрывает Сергей Хандошко. Очень уверенно, очень здорово. Но не сказать бы, чтобы прямо Адамай был на грани поражения здесь, да? Нет, нет, нет. Такого, естественно, не было. Вот было два пропущенных удара. Я видел таких, действительно, которые могли привести это в стойки. И, ну, 2-3 удара в положении маунта. Еще раз видим, как здорово работал в первом раунде Сергей Хандошко. Как много ударов он точных, сильных, акцентированных нанес. Но отдадим должное крепости головы Адемая. Ну и умению защищаться, конечно. Там не подставлялся, он уходил именно в ту сторону, ждал ударов. Вот. Видно, что в партере себя чувствует очень неплохо.
Марвин Адама. И это может сыграть, в принципе, свою роль. Да, протереть надо, конечно же, пол, чтобы никто не поскользнулся ни в коем случае. В стоечке, мне кажется, надо Сергею поработать. Отлично у него получается. На руках он полностью перебивает соперника. Ну, и видно, что по подвижности, по движениям Сергей лучше чувствует дистанцию. Такой хороший лукик зарядил Хандошка, но, к сожалению, мимо цели. Да. Ой-ой-ой, какой удар пропустил здесь Сергей, да. Показал. Да, хорош, молодец, попал, да. Зевнул этот правый боковой Сергей. Ну куда, в борьбу? Ну, хотя и в борьбе себя Сергей чувствует себя, в общем, неплохо, но... Ну, мы видели, что он, да, все-таки пытался оторваться, старался. Но сейчас будет разворачивать, мы видим. Сейчас позиция более удобная, все-таки одна рука снизу. Вот. Хорошо переводит партер соперника Сергей. Ну, здесь 3 по 5, да, у нас регламент поединка, насколько я понимаю. Да, так что... Еще как минимум полтора раунда увидим, если, конечно, поединок пройдет всю дистанцию. Ну, пока... Хорошо, опять левый сбоку проходит у Сергея. Но теперь уже, видишь, контролирует левую руку оппонента Адама. И второй раунд главного боя. Сколько можно получать? Давайте поддержим наших бойцов. Вот сейчас попытка Сергея как бы обойти. Хорошо выходит на боковой контроль. Видимо, ну, тоже ему подсказали, что надо бы в маунт пролезать, чтобы было удобнее добивать-то. Вот сейчас еще раз боковой контроль, но уже с другой стороны. И нет, жаль, нет, не вышло. Не так прост, Мартин Адамай, конечно. Озеросеченец, смотри, у него какое. Это все результат работы левой руки Сергея Хандошко. Взял небольшую паузу Сергей, сейчас переведет дыхание. И еще раз слева. Вот мы как раз видим удары, назначение удара в голову. Он отвлекает, и тут да. Же вот он, раз, левый боковой. И проходит. Же, да. То в висок, то в челюсть. Ручка, все все туда. Вот это как упреждающий удар, расслабляющий, или как сказать, отвлекающий. И он приносит свои результаты. Две минуты остается до завершения второго раунда. Попытался Сергей Хантошко, да, перейти, но сейчас видим, что он действует в той же манере. И здесь, может быть и правильно поступает Сергей Хантошко, как вот. Просто набирает очки. Да, да? Сейчас раунд останется за ним. Он доминирует, что... в принципе, да. Это может быть ситуация та, когда, скажем так, лучший враг хорошего. Да, есть. Это у него получается хорошо, зачем делать лучше? То есть, когда можно нарваться на что-то ответное. Да, беря во внимание то, что все-таки Марвин Адамай имеет представление о борьбе, то вариант нарваться, он вполне себе присутствует. И весьма-весьма осязаемо. Пытается выйти, забрать руку на Кимуру, видимо, Адамай. Ну, так скрутился. Ну, и... Да, да, но чувствует тоже Сергей, как бы он, конечно, это... Да и подсказывают ему, в общем-то, вовремя. Колени к нему! Да. Плотнее, держи. Давай. И... Нет. Ну, минута до конца второго раунда. Не будет никакой гильотины, конечно. Даже, все-таки можно с рефери поднять. И пытается снизу работать Адамай.
но это не сильные удары, хотя, безусловно, они внимание отвлекают. Сильный, но он показывает, что, в принципе, он как бы не в проигрышной позиции и может вполне работать с этой позиции. 30 секунд остается, и Сергею Хандошку, ну, надо взорваться еще разочек, хотя бы один, для того, чтобы закрепить свой успех в этом раунде. Хорошо, хорошо, попадает Сергей! И справа достает соперника! Ну вот, то, что я просил, Сергей исполнил. Спасибо большое. Да, теперь можно отдыхать и ждать третьего раунда. Поддержите бойцов под конец раунда! Давай, давай! Конец второго раунда. Ну что ж, два раунда позади. Сергей Хандошко пока одерживает более чем убедительную победу. Очень хорошо работает как в стойке, так и в партере. Но, конечно же, мне бы хотелось, чтобы Сергей больше действовал в стоечке. Потому что на руках он полностью перебивает соперника. Хорошо бьет ногами. Хорошо чередует руки с ногами. Действует комбинационно. Знает, как бить, знает, куда бить. Зрелищно у него это получается. Ну, да, соглашусь. Наверное, все-таки во втором раунде сыграл свою роль пропущенный удар. Сергей пропустил. И вот из-за этого, наверное, он пошел в борьбу здесь. Его была как бы позиция. Провел этот раунд, он, несомненно, доминируя, постоянно находясь сверху, добивая. Поэтому сомнений не вызывает, потому что Сергей Хандошко ведет этот поединок. Да, и ведет более чем уверенно, даже если вдруг как-то сейчас так станется, что он проиграет неявно раунд третий, то, конечно же, победа будет за ним. Хотя мы, естественно, на это не рассчитываем, мы рассчитываем все на убедительную, хорошую, красочную, досрочную победу. Так чуть дольше отдыхали спортсмены, но это, наверное, и хорошо. Тем свежее будут. Да, проверили все калитки в очередной раз. Третий раунд! Ну что ж, вот он, третий решающий раунд. Впервые за вечер в турнире «Вайтрекс». Рождение нации. Третий раунд. Давайте поддержим спортсменов. Да, руки на месте надо держать, конечно же. Его тут же предлагает идти в партер Адемай. Сергей Хандошко принимает бой, что называется. Вот сейчас моя личная просьба к Виктору Корнееву побыстрее поднять бойцов в стойке. Ну да, да, да. Ну я думаю, сам рефери видит это. Хорошо, опять левый сбоку проходит у Сергея. Ну, довольно крепкая голова у итальянца, согласись. Много он согласен, уже ударов согласен. Получил. Согласен, он пропускал и в стойке, и достаточно хорошо держит удар. Если бы не эта самая крепкая голова, не крепкая челюсть, то, скорее всего, бой был бы уже завершен. Вновь идет за левой рукой Сергея Хандошко Адемай. Пытается забрать ее на кимуру. Но Сергей очень грамотно пресекает все попытки выйти на этот прием. Я так понимаю, что Сергей ждет момента для того, чтобы оторваться от соперника и нанести максимально амплитудный и жесткий удар. Поэтому он сейчас действует, так скажем, не очень активно. Ну, все продолжается в том же ключе. В принципе, третий раунд отражение двух первых.
Просто уже Сергей явно экономит силы. Ну да, и вот, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы Виктор Корнеев сейчас принял решение и поднял. И опять, еще раз слева попадает Сергей, справа хорошо пробивает. Хорошие удары проходят, да. И, в принципе, справедливо здесь, что рефери не поднимает. Потому что где-то замрет Сергей вроде бы, и кажется, что нужно поднять. Но тут же следует молниеносный удар, который доходит до цели. И, в принципе, и рефери опять ждет, соответственно, развития поединка, потому что он видит, что этот поединок может закончиться. Вставай, вот, но отлично. Тут сам Сергей, да, отлично, принял такое решение, все-таки встать. Не поменял стоечку, сейчас. Да. Хорошо, левый боковой, тут же идет опять бороться Адама, и вот. Вы смотрите, что творится, но забирает. Прихватил шейку, да, прихватил, очень хорошо прихватил, но еще раз я говорю, конечно, такой удушающий требует очень много сил, чтобы задушить с рукой. Надо быть, наверное, физически, как Алексей Олейник, мощью. Да, и освобождается Адемай. Вот теперь уже Хандошка придется работать. Гарди. Ну что ж, теперь какое-то количество ударов, наверное. Придется выдержать и Сергею. Да, да, да. Посмотрим, как, насколько он в этой позиции. Ну, молодец, что развернулся от сетки, да, и даже пытается. И поднимается Сергей, да. Молодец! Молодец. Так, теперь да. Борьба в клинче у нас с вами начинается. Видно, не его эта позиция. Не собирался лежать Сергей. И первую возможность сразу использовал для того, чтобы подняться в стоечку. Минута остается до завершения боя. Ну, теперь уже, наверное, надо просто довести поединок до логического завершения, не изобретать велосипед. Хотя, конечно, увидеть яркую концовку очень бы хотелось. Ну, устали. Ребята, рассчитывать на яркую концовку здесь. Ну, вот мы видим, доходит сейчас, доходит удар Марвина левой ручкой. Надо разворачивать Сергея и подвигаться. Видим, что устал Сергей. А до конца тем временем остается не так много времени. Секунд подсказывают. Ой-ой-ой, пропускает Сергей, ну, повязаться по стоит, не надо бросаться сейчас. 15 секунд надо подождать просто, Сергей, и все будет нормально. Да, подышать. Финал боя. Потому что... Поддержите спортсмена! Попадает в защиту. Фотоэкспро! Рождение нации! Кто там кто? Морально-волевых уже, да, есть. Есть правый. А вот и все. Отличный бой, отличная концовка. Да, многие болельщики сейчас так вжались в свои кресла, потому что действительно была опасность того, что Сергей Хандошко может пропустить серьезные удары. Действительно. Ну что ж, иногда, да, ради вот из-за такой бескомпромиссной рубки, так скажем, люди и собираются вот на этой зрелищной поединке. То есть мы видим, что бойцы в конце уже... Строили рубку, так скажем, прям. И каждый удар мог оказаться последним для обоих. Да, это действительно так. По результатам третьего раунда. Единогласно. Решение судьи. Победу в бою одержал Сергей Хандошко! Да, Сергей Хандошко одерживает победу в этом поединке, абсолютно заслуженную и, надо сказать, весьма-весьма нелегкую. Ну что ж, очень рад за Сергея. Ну, безусловно, победа тут за ним, как бы, хотя третий раунд, конечно, немножко заставил поволноваться по ним. Концовочка особенно. Да. Ну, несомненно, все мы уверены, два раунда доминировал, так скажем, третий, я бы не сказал даже, что он проиграл, это был равный поединок. Просто концовку немножко там пропустил пару ударов Сергей. Благодаря друг другу спортсмены. Очень хороший поединок. Очень достойный бой двух весьма-весьма достойных спортсменов. Аплодируем! Действительно, достойное завершение турнира.
во всех сегодняшних боях ребята его продемонстрировали. Друзья, ребята и девчата продемонстрировали этот дух. Хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за то, что вы были с нами сегодня здесь. Также передать слова огромной благодарности всем нашим телезрителям. Турнир White Tracks. Ну что ж, я думаю, самое время подвести некоторые итоги этого турнира. Весьма и весьма неплохим он получился по своему наполнению, по своей насыщенности. Очень много досрочных побед мы увидели. Увидели мы и женский бой. Увидели мы... Ну, все увидели, да, по-моему? Хороший паттер увидели, хорошую стойку увидели. Показывают нам яркие моменты, да, вот этих поединков. Все, и можно вспомнить, да, как это все начиналось, да. На самом деле, как всегда, самое сладкое нам оставляют напоследок. И, конечно, профессиональные бойцы действительно украсили, наверное, концовку этого турнира. Да, и поволноваться пришлось. И поболеть нам пришлось. Сегодня были международные поединки с участием российских спортсменов, итальянских спортсменов, украинских бойцов, представителей Латвии. Да, ну, отличный турнир получился по своим эмоциям. Действительно. М1 Файдер. Да, да, да. Да, его предложение мы увидели, как сделали, да, в ринге. Ну, то есть, ну, настоящая драма сегодня была в клетке. Потрясающе. Я, если честно, получил огромное удовольствие от просмотра данного соревнования. Очень хочется верить, что мы будем показывать этот турнир на нашем телеканале и впредь. Еще раз смотрим за самыми лучшими моментами этого соревнования. Еще раз напомню, это был турнир под названием Birth of Nation или Рождение нации. Дух воина, да, это целая серия турниров Дух воина, проводимыми White Rex компанией. Действительно, эти турниры завоевывают славу по всей России, наверное, уже по всем странам СНГ. Очень скоро, наверное, выйдут на международный уровень. Хочется верить, потому что такие бои действительно очень эмоциональные. Очень приятно наблюдать за этими спортсменами. Ну что ж, я думаю, настала пора прощаться потихонечку. Для вас сегодня этот турнир комментировали Роман Мазуров и тренер проекта реалити-шоу М1 Fighter Алексей Кочев. Всего доброго, уважаемые телезрители. Приятно было сегодня комментировать этот турнир. Приятно было, Роман. Взаимно, Алексей. Я думаю, не последний раз. Счастливо. Удачи вам, здоровья. Пока. Load up on guns, bring your friends.